Качинь. Хрясь. Бинго-бонго и джимба-джамба. Ребята, привет. Это новый, свежий эпизод подкаста «Сережа и микрофон». Сегодня этот выпуск совершенно необычный, поэтому я это интро записываю спустя, по-моему, 2 недели после записи этого эпизода, потому что я про него думаю каждый день. И перезаписываю интро с одной целью — сказать вам, что я проперся. Я не знаю, какие эмоции будете испытывать вы, поэтому я к вам обращаюсь. Ребят, послушайте, посмотрите это все внимательно и скажите, тянет ли это на отдельное шоу. Потому что, мне кажется, тянет. И если, значит, вы своими мыслями поделитесь, мы все почитаем, то вполне возможно у меня на каналчике появится вот такое шоу, такая движуха, не знаю, стрим ли это будет в прямом эфире, либо в записи, где я с талантливыми людьми, из музыки и не из музыки, просто пишу музон. Вот, такие дела. Забудьте, если вы смотрели до этого мои эпизоды, вот все, что вы вот видели, забудьте. Сегодня будет вообще что-то особенное. Вот. По-моему, сказал. Спасибо большое компании Wayray за помощь в нашей жизни, в жизни транснациональной корпорации Big Numbers. Без них бы мы не протянули бы и недельки бы даже. Все сказал. Спасибо моей команде. Сегодня, кстати, ребят, еще раз, хочу еще одну вещь сказать. Мы вот все, что здесь будет происходить, прямо на ходу слепили. Поэтому там есть какие-то технические несовершенства. Пожалуйста, имейте в виду, что столько проводов никогда не было в нашей жизни. Что-то может вот как бы подтупливать, но вроде неплохо получилось. И вот поэтому спасибо моей команде за то, что они вот все это смогли организовать. Погнали! Ой, что-то как-то сыкотно. Читать ваши комментарии будет потом. Ну, погнали, давайте заставку. Сережа, это я. И микрофон. Йоу, привет, ребята, это я, Сережа. Я уже говорил вам, да. Короче, это то, что вы сейчас вот будете лицезреть. Я не знаю даже, что это будет. Но, как минимум, это будет интересно. Сегодня у меня в гостях Антоха МС. Антоха МС сейчас проводит опись имущества своего, потому что он пришел с вещами и не хочет их забыть, и как, значит, разумный человек записывает, с чем он пришел. Потому что у нас полна коробочка. Наш стол никогда еще не был настолько заставлен всякой аппаратурой. Я возбужден, я кричал, значит, прыгал на стуле за несколько минут до начала всего этого, потому что я, вот чуйка у меня есть, понимаете, чуйка, я чую, что будет огонь огненный. Но, пожалуйста, если какие-то будут технические огрехи, вы нас, пожалуйста, не ругайте, потому что это все сходу собралось. Что будет происходить? Мы с Антохой МС будем общаться и будем писать музон. Помогать мне будет сегодня Пиксел-Лорд Алексей. Леш, ты мог бы быть полноценным, в принципе, да ты, наверное, сегодня так и являешься, ты полноценный гость подкаста. Леша, легенда электронной музыки, отец, сумасшедший ученый, никто лучше Леши в России, я заявляю это официально, не знает лучше Ableton Live, который мы сегодня пишем. Леша, привет, спасибо, что пришел. Да, привет. Чувак. Кстати, привет. У Леши на канале, да, у тебя есть YouTube-канал? Да. Значит, вышел видос его блога, где мы ходили, покупали половину этого барахла. Вот, гляньте, ссылка будет в описании. И также вы можете, значит, если вас впечатлит, а вас впечатлит скилл Алексея сегодня как продюсера, если Без вашего скилла тут никуда, особенно без Антохи. Mm-hmm. Антоха нам будет наигрывать просто кибермелодии из темного леса. Короче, если вас впечатлит, значит, владение Алексеем, значит, программой... Я буду все это как бы связывать воедино. Так они могут записаться тебе на курсы, правильно? Да, приходите на курсы. Да. Как это сделать? Это надо найти сайт skillbox.ru, да. И мы со Skillbox вместе делаем курс. Наша команда лейбла Гиперболоид делает курс от нуля до про. То есть Ableton 8 месяцев, куча видеоуроков, общения в чатике, да. В Телеграме. Да. Все. Спасибо, что помогаешь. Да. Так, Антох, привет, дружище. Здорово, Серега. Ты меня разочаровал сегодня чуть-чуть. И также зависть у меня вызвала одновременно. Я ждал тебя на джетте твоей, которую ты купил за 40 тысяч рублей, встречал тебя. И обыскал, значит, все переулочки. Нету. Ты пишешь, я приехал. Я говорю, да где ж ты приехал-то? И ты говоришь, так я вот стою. И ты на чудесном, совершенно офигенном автомобиле. Расскажи про него. Что это такое у тебя?
Я являюсь владельцем автомобиля марки Honda. Да. В формате мини-вэн, который вмещает 8 пассажиров. Так. Золотистого цвета. Какого года? 2004 года. Значит, данный автомобиль у меня уже 2 года. Купил я его в Краснодарском крае. Так. Летел за этим автомобилем самостоятельно. Вез его тоже. Собственно, машина довольно-таки хорошая. Honda Stepwagon, модель RF3. Единственный момент, я уже помял передний и задний бампер. Придется заменить, но пока что я воздерживаюсь от данной реализации. Так что автомобиль такой. Огонь, чувак, он совершенно огонь. И он же праворукий у тебя? Совершенно верно, он праворукий. Есть какие-то, значит, какая-то специфика с тем, что он праворукий, и ты помял крыло? Это связано как-то? Нет, значит, да? Первая вмятина произошла летом на море. Так. Я ехал задом и въехал в дерево. Да, ну так бывает. У тебя чуть больше года права, да? Уже третий. Уже третий. Устарела информация. Да, значит, вторая вмятина была по причине того, что я, значит, это... В клубе 16 тонн. Чего? Заехал в клуб 16 тонн на сцену? Там, значит, есть такое место для парковки. Да, одно. А там на два автомобиля, оно совсем маленькое. Не-не-не, там, где вот как раз-таки задний служебный вход, да. Рядом с ним в уголочке, там так один кармашек. И вот, значит, я в столб, где этот кармашек, аккуратненько уехал. Но работает машина, в принципе, в порядке. И третье мое соприкосновение уже было... зафиксировано инспекторами ГИБДД на Ленинградском вокзале. Вот, так что, как бы, да, автомобиль хороший, всем советую, праворульный. Ну, что ж поделать, да, такова, как бы, комбинация. Я скажу, что вынужден был поменять автомобиль, потому что Jetta 87-го года немножко, как бы, выдавала слабину и заставляла меня останавливаться на третьем транспортном кольце в поисках бензина. И вообще и греть ее гораздо дольше и масса всевозможных забот. Так что я вот решил поменял уже давным-давно. Автопробег ко мне не обращался за вопросом, как, что. Так что я решил этот вопрос оставить. Спасибо, Антох, за такой отчет. И я не знаю, видно или нет. Дань, видно? Да. Это я показываю то, что я снял у тебя сейчас, когда тебя встречал. Цветок в кабине. Цветок у тебя стоит на торпеде. Это огонь. Он приклеен, да, у тебя? Да, приклеен. Антоха всегда с природой. Так это настоящий цветок? Это настоящий цветок? Ребят, в такую зимнюю погоду, покажите мне, пожалуйста, хотя бы один настоящий цветок. Ну, это хотя бы образ цветка. Ну, может, Honda хорошо держит тепло, я не знаю. Ну, вообще-то да, там есть такой эко-режим. Это эко-режим, и это просто проросло. Проросло через генерации кислорода. Да. Ну, я вообще ее не отключаю. Ток, мы с тобой знакомы ведь давно уже. Очень много лет назад ты жил на Свиблово, и я жил на Свиблово. Я услышал твой тюн какой-то, один из многочисленных. Потерял покой и рассудок, как это круто. Я тебя нашел, даже не помню как. Как я тебя нашел? Может, ты помнишь? Как я тебе где-то написал? Ну, значит, была эта история довольно-таки долго. Серег, я не знаю. Ну, короче, ты меня нашел с помощью интернета. Да. По-моему, написал ты нашему Эдуарду Валентиновичу, дорогому, уважаемому. Вот. И он тебе сказал, что есть контакт, Антоха, вот, welcome. Да, с Шумом я знаком. Мы с тобой встретились в кафе. Я тебе предложил тогда, спасибо, что отказался, фит с Лил Диком. С чем я думал, идиот? Вот. Ты гораздо лучше этого проекта, твое творчество. Потом у нас здесь вот есть музыкальная студия за этой стеной, которая строится, да? И там стоят известные тебе колонки Yamaha. Я тебе их одолжил, по-моему, на полгода или даже на больше. Они тебе помогли? Да, они мне помогли. На сегодняшний день у меня такие же. А, да? Это как тест-драйв удался? Да, вообще была классная история. Я вспоминал тоже наше с тобой знакомство. Скажу, что оно произошло уже где-то порядка... 2 или 3 лет. Мне кажется, больше, 6 или 7 даже. Ну, что же. Давно это было. Хотелось бы все-таки тогда более конкретной информации. На моем айфоне, по-моему, сохранилось фото. Да.
Значит, не в этом суть. Значит, да. Чтобы не хотелось бы сразу, что у людей может возникнуть вопросы. Значит, не в Свиблово я находился. Я находился на Ботанической, в Владыкино. Там была моя супруга Марьяна проживала. Я вместе с ней. И в общем и целом я как-то, да, заезжал, видался с Серегой. И в один прекрасный момент от тебя поступило предложение получить в некое время, значит, колонки. Хотел просто отметить такой момент классный, что за колонками я приехал на велосипеде. На велике. И не один. И не один. Как? Нас было двое, но потому что везти одному эти огромные колонки очень тяжело. И, значит, я их погрузил в рюкзаки, и мы поехали с этими колонками уже ко мне домой. Это было, конечно же, очень экстремально и тяжело. Вот. Я так благодарен, Тоха, что, вернее, я так счастлив, что я тебе пригодился хоть чуть-чуть. Что я к твоему творчеству вот так вот на пол мизинчика, но теперь приложился. Теперь цветы, на них писал. Абсолютно, Тоха. Я их не поменяю никогда. То есть, да, да. Слушай, они уже стоят тогда в три раза дороже. Ну, ладно, что ж, ты не знаешь, что я с ними делал. Ого. Тебе можно все, бро. Под воду? Нет, вообще я как бы старался их максимально аккуратно использовать и понимал, что Серега ждет их обратно. И... Так что под воду я их не бросал, писал музыку. К сожалению, не могу вспомнить конкретно, какой музейшн был мной реализован благодаря ним. Но скажу, что это круто, что произошел такой коннект, потому что я помню, что мы с тобой встречались поздно. Вечером. Серега там такой просто вышел, говорит: «Оха». Разные бытовые истории. Дорогой. Вот, очень точная пародия. Вот, я Серегу там тоже ждал. Там, в общем, да. Это было очень круто. Я всегда максимальное уважение выражаю тем людям, которые проявляют терпимость и стойкость. И это было максимально для меня в плюс. Так что спасибо. Я горжусь нашим знакомством. Всем рассказываю при случае. А я вот с Антохой МС знаком. Колоночки ему потрясающий мини-альбом, или как ты его называешь, EP, или просто альбом. «Множество путей». Дружище, я услыл, я потерял рассудок снова, опять, спустя много лет. Это мощная работа, просто попала в сердце. Круто. Очень хорошо, Серег, я очень рад. Ты ее писал в 2020 году или пораньше? А, значит, я ее писал в 2020 году. Все верно, да. Большая часть композиции написана в 2020 году. Да. И Эдуард Шум говорил, что ты давненько не выдавал так много, твой менеджер, да? Твой друг. Так много материала не выдавал давненько. Я даже не знаю, что сказать. Как давненько, недавненько. Да. В принципе, я всевозможно пытался выдавать там концерты какие-то, участие в всевозможных каких-то мероприятиях. Так что я не могу сказать, что совсем уж я как бы там ушел в какое-то заточение, что-то делал, сочинял музыку, на то и есть вот данный результат. Ты ведь все сам продюсируешь? Вот последний музыкальный вот мой релиз, да, совершенно верно, я сделал самостоятельно. Полностью ты, свел и смастеровал. Ты очень талантливый продюсер. Тебе так мало, мне кажется, говорят об этом, что ты там музыкант хороший, вот, певец, трубач. Но ты очень талантливый продюсер. Мне очень нравятся твои аранжировки. Они качают. Они остроумно сделаны, бро, вообще, прям, я фанат. Слушай, а, кстати, многие думают, что Тоха не сам пишет. И с кем я говорю, они говорят: «О, а кто здесь битмейкер?» А да, здесь битмейкер? Да. В основном ты сам, правильно? На какой, кстати, проге пишешь? Последний релиз на Блитоне. О! Yeah. Я, кстати, я вообще сатанист, я пишу в Ризане все. И с помощью Леши я хочу, и уже нет, я хочу перейти снова, не снова, в смысле, хочу забыть про Ризан и перейти в Эблтон. Вот, мы сегодня попытаемся пописать что-то в Эблтоне. Я надеюсь, на что-то выйдет. Но сначала расскажи, что это такое ты с собой принес, вот это вот с тобой рядом. Так, хорошо, что ж, раз пошел такой расклад... Все же, можно я отложу эту историю на следующую часть? Хорошо, хорошо. Мы ждем музыки от Антохи, и вот я хочу прикоснуться к этому. Давай. Хорошо, ну да, значит, вот это сделал Антон, потом узнаете, что, как, почему и для чего, и где такое же раздобыть. Итак, с чего ты начинаешь трек обычно? У тебя есть какой-то паттерн, или каждый раз по-разному приходит
Вот что первое, что второе, что третье. Так, значит, первое, что я делаю... Вообще, меня интересует, конечно же, вот мне недавно писали люди с вопросом, какие я использую синтезаторы. Да. Вот, и я уже немножко так услышал на нашем саундчеке те инструменталы, которые вы используете, синты. Да. Значит, изначально я использую конкретные синтезаторы. Синтезаторы я использую, Native Instrumental. Значит, один из самых популярных, которых я использую, это FM8. Угу. Значит, последняя новинка, которая меня очень сильно порадовала, и она присутствует в моем последнем релизе, это Massive X. Значит, последнее, что я сейчас тоже стал использовать, это Roland Juno. Значит, всякие там роландовские дополнительные элементы. Так что я изначально ищу тот синтезатор, который мне нравится. Я надеюсь, что в вашем дорогом, уважаемом компьютере присутствуют те синты, которые я использую. Да. И благодаря этому наша программа получится хорошей. Вот смотри, американцы пишут как? Они сначала пишут музон, потом поют на него какую-то абру-катабру рыбу, и потом эту рыбу переводят слова. Многие люди так не могут. Им нужно сначала слова придумать, мелодию, голоса, и потом уже придумывают все остальное, да, аранжировку. Как у тебя это происходит? Я использую всевозможные способы, и вот такие же, абракадабры. Но в первую очередь, конечно же, все происходит благодаря компьютеру, который позволяет мне фиксировать мелодические элементы. Да. Я пишу музыку, а после этого уже понимаю, каков настрой, какова мысль, и что необходимо дополнить с текстом данной музыки. Да. Давай напишем трек про сегодняшний день. Ты сегодня в каком настроении? Вообще, я подумал, что чтобы передача была какая-то максимально интересная, так, я бы хотел бы поставить какие-то конкретные цели. Давай. И, как я понимаю, что мы будем работать сегодня в режиме скетч. Yep. И я бы хотел, чтобы у нас, значит, сегодня было максимальное количество скетчей. Значит, благодаря этому у нас есть Алексей, который будет рулить всевозможные крутилки и позволять нам делать это быстро. Значит, скетчей, наверное, 5 я бы хотел бы за сегодняшнюю программу предложить. Ребята, мы альбом мы выпустим после этого. Так, значит, это про скетчи. Let's go! Так, ты имеешь в виду, что написать набросочки. Несколько набросков, да, а потом из этого какой-то, может быть, развить. Да, супер. Развить и вот песни. Тоже еще момент хотелось все-таки отметить. Значит, для вашей программы в будущем, если вы будете также приглашать музыкальных артистов, значит, круто, когда музыкальные артисты знают примерные гармонии, какие-то аранжировочные элементы своих предыдущих композиций, которые они сочиняли. И вот для того, чтобы облегчить процесс сочинения скетчей, или мы сегодня также сделаем там несколько каверов. Я знаю несколько гармоний, на которые вот... Серега нам набьет барабаны, я там наиграю мелодии. И я вот предлагаю начинать именно с этого. Давай. И все же вопрос, значит, относительно с чего я начинаю. Честно, наверное, в большей степени я начинаю с музыкального инструмента, с гармонии. Так что мне нужен какой-то гармонический элемент, там, типа пиано, лидс. Вот. Я вам сейчас продемонстрирую те аккорды, которые я использовал там. В композиции, к примеру, «Время ток». Давай подбирать. То есть мы подбираем гармонию, мы подбираем синт. А я уже знаю, какая гармония, я могу вам сыграть, и все, и мы уже от нее будем плясать. Вот, допустим. Да, вот. Родес. Типа. Так, данный Родес какой-то немножко слишком космический. А мы сейчас его подкрутим. Мы его слышим везде? Я слышу, прекрасно. Значит, класс. Я скажу, что на нем присутствует какой-то тюн. Аккорд, да, присутствует? Вот сейчас нету. Все. Да, я узнал их. Это твои, да, я узнал. Все. Кайф. Погодите, я не успел еще определиться, аккордом. Рвемся в бой. Музыка супер, хорошо. Может, с бита начнем вообще? Не-не-не, я вот все-таки прошу. Самый главный момент, в чем суть, что гармонический элемент, он позволяет в некой форме определять какие-то мелодические моменты, басы, и именно по этой причине я в большей степени использую именно эту основу. Mm-hmm. Барабаны, они тоже классные, их тоже можно использовать в качестве основы, но они не позволяют услышать
тот многогранный регистр, который может таиться в той музыке, в той идее, которую ты как бы хотел бы выразить. Так что благодаря этому аккорду мы сейчас сразу же можем подключиться. Значит, единственный момент, хотелось бы как раз определиться с ритмом, потому что вы вот как раз перед передачей говорили там 120, 130, да, 140. Мы любим говорить. Сегодня но... будет 65,5, завтра давай, 312. Давай ты, Даша, давай. Говори как надо. А, значит... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 135. 133. У меня 127 показывает. Ага. Все, мне бы сейчас на данный момент получить 133 у нас, да. Метроном. Вот, смотри, Антоха. Да. О, мы угадали. Мы попали. Все, Серега делает 133, да, тоже сделал. У нас тут синхронизация такая, по бичу. Типа, по первому такту. Так, все, мы, получается, получили. Да, записали мы данную? Пока нет, это был тест. Хорошо. Пишем, да. И? 2, 3, 4. Найс! Пошло. Так, пока там Леша все синхронизирует. Бро, у тебя какие-то ближайшие концерты есть? Самое время рассказать нам про них. Так, значит, есть у меня ближайшие концерты. Как-то ты... Так. Ну, прости, что напомнил. Прости, родной. Ну, просто как-то я уже... Вообще... Я уже погрузился в музыкальный процесс, все. И люди хотят услышать следующее. Прости. Мы все по-разному устроены. Вот. Да? Если я сейчас начну про концерты, я думаю, что мы, возможно, не закончим тот наброс, который мы начали. Потом, да, поговорим. Совершенно верно, прекрасно. Простите, мастер, простите. Извините, мастер, я виноват. Серег, спасибо. Извините. За столь уважительные отношения. Чувак, хотелось бы все-таки послушать. Правда, ты невероятен. И мне нужно просто заткнуться и ловить каждый твой вздох. А что супер, я тебя перебиваю? Супер. Я хотел послушать наш луп. Надеюсь, что он сохранился. Сейчас мы слушаем. Звук идет. Есть? Нет. Не, у нас ничего не идет вообще. О, Дань. Operator, give us the sound. Все-таки хотелось бы это как немножко поработать с инструментом. Значит, как я делаю? Я дублирую данную дорогу. Так. Включаю какой-то синтезатор. Я уже вам сказал, какой синтезатор обычно использую. FM. Ну, мы похоже сейчас подберем. И, значит, эту MIDI дорожку копирую и начинаю слушать ее в разных комбинациях, и тем самым выбирать тот инструмент, который мне больше нравится. И вот я думаю, что, возможно, тем зрителям данной передачи это тоже будет интересно. И вот мы сейчас устроим голосование. Как? Тоха! Не можем мы устроить голосование. Голосовать? Да, да. Спасибо, что называешь мой подкаст передачей, кстати говоря. Так мы здесь и есть, да. Этот прием называется дабл, да? Когда мы суммируем одинаковые ритмические ходы. Вот я добавил сейчас, а вы вам слышите? И ноты. Да, у нас... О! Я добавил пэды. Так, мы хотим синтезаторы, мы прям хотим уже слушать разные комбинации данного инструмента. Давай, пора. Еще пробуем, да? Да. Конечно, прям класс. Я вообще жму так. Так, еще. Вот это прикольно. Вот хорош. Поле! В нем есть настроение, да, есть характер? Да, кайфово. Значит, давайте пока с этим. Я вообще... Что ж, мы сказали, дальше. Что у нас такая конкретная программа. Да, фиксируем данный этап. Пока, значит, да. Погнали дальше. Дальше я обычно использую какой-то там типа... Биточка? Бас. А, бас. Следующим идет. Ищем бас. Наиграем бас. Да, хотя... Да. Да, давайте наиграем бас. Хотя я думаю, аналоговый. Что... Допустим. Да, давайте наиграем бас. Сейчас будет аналог бас. Там есть опустить октаву есть на MIDI клавиатуре. Вот он.
Ага, отлично. Хороший бас? Мне нравится такой. А ты можно как-то пожирнее его сделать? Давай, сделаем. Ага. Он такой, что среднее между акустическим и синтетическим, да? Что-то в нем есть. Крутой бас. Интересно, в каких композициях используется данный инструментал? Довольно-таки популярный, мне кажется. Бас? Да. Давай сделаем. А что это за синтезатор? Можно нам вообще узнать, что это? Слушайте, я сейчас объясню, да, кстати. Вот это мы сейчас, все синтезаторы, которые используем, они предустановлены в программе Ableton. И это, кстати, говорит о том, что насколько там все круто, и можно вообще ничего не устанавливать. Покупай Ableton! Потому что, Тох, у меня не очень много плагинов, потому что я же сатанист, да? В Reason'е, там вообще я использую только то, что есть в Reason'е. Мы просто не поставили еще в СТ-шке. А мы еще не успели. Да, FM8 — это очень круто, и вообще Native Instruments поддерживаю. Absinthe есть такой очень, AB Synth. Да, конечно, офигенный, тоже отмечу. Очень люблю его. И он, кстати, ему уже больше 10 лет, это самый один из старых. И FM8 один из старых. Да, и тоже они, да, они там все старики. Там какой-то есть еще такой, который там позволяет тебе самому синтезировать звук, как называется, помнишь? Ну, это FM синтез, вот, наверное. Не-не-не, другой, там еще какой-то есть. Не помню, как он называется. Реза. А, да, какой-то есть такой, Рез. Давайте басуху писать. Давайте писать тогда. Сделай отсчет 4 такта. Тын-тын-тын-тын, да, и бум. Нет, значит, ребята, прежде чем писать, я думаю на тему того, какой у меня будет бас. Да, ты можешь понаигрывать вот на то, что есть. И мне нужен метроном все-таки. Да, будет. Можно остановить. Значит, хотелось бы все-таки проверить нашу подготовленность Алексея. Да. Значит, я тоже пользуюсь Ableton'ом и скажу, что в Ableton'е есть некоторая деталь, которая зашифрована за большим количеством сложностей. Значит, программа Fruity Loops имеет возможность с легкостью и с простотой делать питч тех или иных инструментов. На данный момент я вам могу сказать, дорогие уважаемые зрители и коллеги, что наш бас, он не строит. Он не строит. Его нужно настроить. Это обычно называется tune или, по-моему, fine. Как переводится слово fine с английского языка, кто-нибудь знает? Настройка. Пишите свои ответы в комментариях. Значит, мне необходимо произвести файн нашего баса, потому что он не строит. Давайте я могу продемонстрировать это, и вот вы услышите, что он как бы... Давайте вот подкрутим его. Вот, главный элемент. Главный элемент, который тоже присутствует в моей музыке, и я всем как бы рекомендую это, прислушиваться именно к настройке. Это то же самое, как настраивать гитару, там, скрипку. В данный момент у нас непростой синтезатор, который отвечает за гармонию, и в связи с этим для него нужна какая-то суперточная настройка баса. Мы можем попробовать еще какой-нибудь, который будет... Не-не-не-не. А, его потюнить? Мы так просто не сдаемся, Леша. Мы так кайфовали от этого баса. Вот. И, кстати, ты нам не сказал, кто это вообще. Он называется аналог со-бас. Со-бас. Тот самый. Пила. Да, значит, мне подсказать, как я знаю, как поиграй, это пожалуйста. Меняется? Нет. Нет, там тут есть у нас тюн. А можно я, тюнер, можно я пройду? Да, покажи, как ты это делаешь. Есть все, тюнер, плагин тюнер. Интересно. Леш, ну сейчас твои курсы под угрозой. Я тебе хочу сказать. Все верно. На волоске висят. Это про, он работает с другими гармониками. Вот наш бас. Аналог бас, вот наш тюнер. Леха, ты вообще настраиваешь пресеты в плане нот? У меня все совпадает. Значит, слушай, у меня не такая сложная музыка, как у Антохи. Значит, вот оно, собственно. Да, вот тут есть кей. Нет. Так, а я вас пока сфоткаю. Голубки вы мои. Детюн. А, ну вот же, да. Детюн. Детюны. Давай. Вот, скорее всего, детюн. Ай, такой кадр потерял. Бездарь. Почему так долго? Там будет размазано. Вот я детюн сделал. Давай еще выше. Вот. Нашли. Это детюн, конечно. Детюн, ну, в общем-то, есть. Значит, и, кстати, вот есть очень классный плагин тюнер. А файн, как же файн? Ну, это немножко другое. Тюнер, Beach. Вот когда ты играешь, видишь? Он покажет, какая здесь нота. Хорошо, тогда можно мне включить гармонию? Да, let's go дальше.
Что в итоге-то? Он был настроен? Все, мы поднастроили. Нет, мы подкрутили. Теперь минус его нужно 50. Чуть выше сделать. Прям зажимаем кнопку Shift. Так, все, на максимум. Нет, зажимаем кнопку Shift и настраиваем более точно. А, понял. Теперь уже ниже, теперь ниже. Опускаем еще. Так. Еще. Нет. Теперь выше. Еще выше. Так. О, все. Вот оно было. Все, он здесь? Нет, чуть-чуть, да, есть. Pitch Bend, Tune. Да, давай, давай. Ноль. Там буквально чуть-чуть, вот настолько он только все очень-очень. Идеальный точно. Слух у человека. Да, у него есть слух, естественно. Я-то что, я электронный битмейкер. Вот тут мы видим четко, какие ноты здесь на тюнере. Во. Ну все, в общем, в целом, да, слушайте. Настрой. Да, тончайшая настройка. Многие люди, незнакомые с музыкальным производством, думают, музыканты приходят в студию, делают так, блин, и трек готов. Такие, ха-ха, я неплохо поработал. Ну, будет просто ребята, другой трек, не трек Антохи. Не, вот так вот все происходит. Я хочу вам дать вкус того, как делается музон, как это всегда... непредсказуем, кстати, как да, процесс прав, может идти быстро, мы медленно. Мы когда с тобой сидели тогда, ну, как раз было много скучного процесса, типа да. Вот это не работает, да. Отключи сюда. Так, и, парни, да, все, я прошу, я уже записываем. Хочу, у меня скетчи. Давай. Я не хочу пока писать, можно пока поиграю? Да, да, пока не пишем. Все, я готов. Пишем. Все. Кайф! Да-да-да. Ае! Отлично, ребят, супер, я рад. Оу, е. Так, ну чего? У меня здесь лежит драм-машинка, я вообще бездарь. Я музыкальный бездарь, но я могу бит сделать. Что-что, но бит я могу изобразить. Так, отлично. У меня тут лежит аналоговый инструмент. Он вообще монофонический, драм-брют. Очень мне нравится. Вот. Тут вообще практически нет звуков никаких. Полный аналог, настоящий. Вот, все крутится на ходу, ничего не сохранить. Вот. Но... А можно вопрос? У меня такой вопрос. Получается, когда ты начнешь играть на этом аналоговом инструменте, нам нужно будет обязательно вовремя нажать на кнопку play, чтобы... Да, у нас немножко, как сказал Леша, синхронизация была в таком плане. Да. Да, это, конечно, непростая схема. Сейчас мы будем прикольно. У нас поэтому есть Леша, он нам подвинет все, что надо. Засекаем время, сколько нам потребуется. Мы, кстати, тренировались нормально. Даже если я криво сыграю, что-то на долю секунды, Леша подвинет все нормально. Да, машина у нас. Так, а многие делают как? Они ртом сначала идет ритм. Да, то есть, чтобы как-то понять. Да, ты можешь, кстати, из этого ритма конвертировать в MIDI. То есть в Ableton есть такая функция. Ты просто тупо набил ртом бит, да. И это переходит в ритм. Ну, да, а прикольно. Ну, давай так. В Фрутилупе нет, кстати, такого ха. Давай мы все-таки попробуем это сделать и так, и эдак. Можно, мы, в принципе, даже можем потом мою машину тоже, то, что мы запишем этот ритм, конвертировать в MIDI и положить любой инструмент, правильно? Если нам что-то там не понравится. Да, у кого-то головы взрывается. Все, давайте, мы готовы слушать. Да. Теперь Серега, наверное, Да, Серег, значит, какой темп у нас? 133. Мы можем сделать это. Пум, пум, капец, пум. Давай послушаем. Пум, капец. А можно... Серега, да. Давай, как ты почувствуешь, да? Это как коллаб. Мастер, я могу, как конечно, я чувствую, да? Конечно, коллаб. Мы ждем от тебя. Да, давай. Значит, ты подожди, да, подожди так-то и включишь. Тебе надо в так включить. Вот сейчас. Давай. Подожди, что-то не то у меня. Моя драм-машина первая. Бро. Внизу. Вот. А, да? Думаешь? О, да, видишь? Есть она, есть. Сейчас, давай я. Есть. Сейчас, я попаду. Да.
Everybody put your hands up. Вая. Добре. Хатика, хатика. Everybody. Воу. Серёня. Антоха, тебя не слышно пока. Все слышно? Мне все слышно. Давай, давай. Все, только... Серег, мы тебя слышим. Воу-воу-воу-воу. Yes. Воу. Пишем? Подожди, ничего пока не пишем. Мы уже пишем. Я люблю писать. А у меня почему-то не происходит обработки. Пока я тебя не включил просто. Ага, сейчас мы Серегу запишем, мы у нас запишем Серегу. Переходы. Switch. Yes. Воу, вот так мне нравится, кстати. Тебе? Отлично. Давайте голосовать. Вообще. Мне кажется, вот такой бит круче, да. Да, я чуть-чуть свингую его. Отлично, даже круче, да. Антоха все свингует, кстати, я заметил. Я слушал твой альбом сегодня, ехал в такси. И мне очень понравился трек «Туда-сюда». Прям супер кайф, короче. Особенно, на самом деле, даже вот по текстам, мне кажется, ты один из самых крутых чуваков. Именно потому, что я сразу представляю всю эту историю, про которую ты поешь, как ты в метро едешь, ну, вместе пенсионера сидишь. Это очень... Спасибо большое, я крайне рад. Очень редко, да, встречаются такие тексты, где ты можешь визуализировать, как будто, ну, читается какой-то рассказ, что ли. Лех, а ты что-то положил на мой... Что-то висит на нем? Да, немножко есть. Сейчас уберем эффектики. Все, сейчас чистый, чистый. Чистейший. Ну вот. Вот. А, все, мне кажется, ты его пишешь, зачем ты его пишешь? Оставь я не пишу пока. Желательно. А пусти тогда мне мой микрофон, я буду петь. Сейчас, подожди. Подожди, подожди. А мы не можем. Да, у нас из-за того, что у нас дурацкий сетап, сейчас мы... Давай запишем ее. Да, давай. Пишу. Yes, yes. Сейчас запишем биток и микро включим. Мы почти там. Все. Переключаем. Ух! Вот теперь можете описать. Сюда. Давай, давай, давай. Давай погнали. Есть там звук? А мы все уже, да, как бы бит закончен. Ну, в целом, да. Можем отдохнуть от него. Слушай, нотки разочарования. Да, да, да. Нет, мы можем к нему вернуться. На самом деле, я считаю, что главное это, ну, сделать вот такую, как бы, базу, на которой уже что-то можно... Ну, то есть, чтобы не застревать вот этой вот в техническое ковыряние, типа, я хочу бит сделать хорошо. Идеальным. Да. А потом возвращаться всегда. Ага, хорошо. Я все-таки внесу некую долю, как бы, в этом моменте, во всем, как бы, музыкальном сочинении. И согласен с тобой полностью. Но единственный момент, конечно же, круто, когда ты еще понимаешь базу музыкальной композиции, понимаешь, угу. То, что в барабане должен звучать там средние частоты, верхние частоты, бочка, ведущий. Не хватает ведущего, как бы пиу, это больше перкуссионный элемент. А, кстати, вот... Кик есть. Какой-то есть снэр. Я думаю, что снэр может Леша подмешать сейчас. Да, кстати, можно. Ну, да, давай. Конечно, нам давай, нужен более какой-то живой снэр, потому что это какой-то попробуем. Вообще слабачок. Хотя, давайте. Конечно же, его можно как-то там подкрутить. Вообще отлично, супер. Yes, everybody! Все, такой? Микрофон заработал, Тохов на связи. Йоу! Yes! All right! Everybody, put your hands up. Yep, yep, ayo. Сокол, сокол, ястреб, хак. Доме множество забав. Лучше вайкапьем живет. Любу сеет, любу. Деву косы здравый год. Парень в пару лад восход. Хотите мороз баклоп. What up, up, what up, wow. Yes, yes. Воу! 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 Кайфы! Ну тут самое главное еще момент другой. Так вот на митинге. Дорогие друзья. Раз у нас получается Алексей в качестве диджея, он должен выключать какие-то партии. Да, я именно сейчас это, кстати, и делаю. Подождите, в основном делается так. Ты пишешь вот все, да, вот в такой в ряд. Потом, и потом из этого делаешь аранж. Конечно. Я предлагаю сделать так. Мы сейчас не будем насчет аранжа запариваться. Мы сейчас запишем все свои мысли вот в столб.
Потом мы с тобой пообщаемся, и мы не будем слушать, что делает, будет делать Леша, и Леша нам уже какую-то историю даст. Да. Как тебе такой эксперимент? Нет, тебе хочется контроль да, иметь? Да, я все-таки хотел бы, нет, не контроль иметь, а я хотел бы, чтобы как раз-таки Леха выключал какие-то партии. Там, на ходу, да? Да, конечно, давай. Мы это слушали, это было бы намного круче, интереснее. Да, сделаем как бы, вступление, то есть структуру трека. Вот. Единственный момент, я что-то не понимаю, мне как-то в наушниках все очень скудно слышно, такое ощущение, как будто вообще саунд какой-то... Не, нам норм, мы потом не подтянем. Не совсем кочевый. Бочку можно какую-то... А, ты про это? Да, бочка у меня отстой. Видишь, бочки нет. Она пукает. Сможешь подмешать бочку? А мы сейчас ее можем да, конечно, усилить. Я бы, наверное, все-таки, с вашего позволения, зашел бы тогда уж, раз мы заговорили о программе Ableton и ее содержимом. Есть эффект драмбас. Есть прекрасная там папка сэмпл. А, сэмпл, бочек. Давай добавим бочек поверх. Да, я об этом тебе и говорю. Опять-таки сделаем лейринг. Лейринг, да, без лейринга. Без него вообще невозможно жить. Чуваки, это подкаст «Сережа и микрофон». Подкасты могут быть и такими. Я кайфую сейчас. Вообще не знаю, как вы. Вообще мечтал об этом. Я мечтал об этом. Что такое кик? Давайте слушать кики. Давай. Вы слышите? У меня кнопка выпала, да, на ноутбуке? Да, кстати, я такой, хоп, и у меня палец протыкает. Остаток кнопки. О! Вот это... Вот это было неплохо, что скажешь, мастер. Скажи нам свое мнение. А, слушайте, ну вообще это как... Я скажу так, что в программе Ableton лучше всего использовать синтезатор для набивания барабанов Battery. Он тоже имеет... Нет, у нас нет пока вообще VST-плагинов. Слушайте, мы просто... Можно в драмреке делать все спокойно. Хорошо, дайте дрейки. Хорошо. И все-таки, а мы можем теперь сделать чуть помедленнее эту песню? Помедленнее сделать? Да. Конечно, мы же повелители BPM. Хорошо. 127. Мы с Серегой обсуждали, вот какой BPM лучше всего подходит. Я считаю, что оно слишком быстрое. Сейчас 27, еще на пяток, наверное. Я сегодня говорил, что люди ходят 120. Ну, люди ходят в скорости 120. Ага. Мне так показалось. Ты не думаешь? Отлично. Ну, мы можем сделать 123. Давайте. Чуть-чуть быстрее. Попробуй, положи кнопочку. А, вот она. Кнопку я вернул. Так, а вот Сережин-то барабан. Сейчас. Мы вот так вот это все сейчас. Чик-шмык. Где? А мой-то барабан где вообще-то? Чик-шмык. Я участник трио нашего. Полноценно. Ну, раз у нас уже пошла там бочка, можно все-таки еще и ведущий тоже подмешать? Снэр, который я говорил. Да, у тебя там что-то неуверенное. Нужно прям какой-то... Такой, да, знаешь, да. По-любому должен быть еще с каким-то голом. Ну, да. Мы сделаем, конечно. Также пишем снэр. Все очень давай, просто. Давай. Кидаем. Вот он. Это же трэп какой-то пошел. Трэповый снэр, да. Антоха, ты используешь трэповые снэры? Конечно, используй. У тебя, кстати, вот. В треке... сейчас я туплю. В треке... Во. В треке «Залипаю в телефоне» абсолютно для меня хип-хоп бит. Ага. Вот у тебя гудящие басы. Ну, класс. Я пытался добиться этого эффекта. Мне нравятся тоже эти гудящие басы. И с ними не так-то просто работать. Да. Что-то получилось более-менее такое толковое. Еще раз, очень талантливый альбом, бро, вообще прям кайф. Класс, очень рад. Да, что-то, по-моему, плохо нашего в этом сэмплу вообще. А может быть, мы его переиграем? Это же тоже процесс будет. Не, мы хотим оставить все. Давай, нормально. Нам нужен снэр как можно быстрее. Сейчас мы изолируем. Смотрите, как я делаю, допустим. Я выбираю что-то, слушаю, как эти два элемента. Потом включаю другие элементы, слушаю, как они взаимодействуют. Давай. То есть должно круто звучать даже в соло. Кто-то с нами говорил, что мы не должны все делать быстро. Кто-то за этим столом. Да, быстро, но не слишком. Что же ты говорил? Скажите, пожалуйста. Yes, sir. Yes, sir. Во. Everybody. Whoa. What up, what up, pop? Во, все. Включил тебя. Мы ждем все-таки ведущий нам. Yes, yes. Во. Какой-нибудь найди такой прямо. Да, мы можем этот сделать. Я его просто редко поставил.
Давайте смотрите. Вот он. Вот этот. Какой? Копи-пейст тут технология. Слушайте, а мы, знаете, надо было сделать, ну, может быть, это, ну, чтобы скрин-граб тоже был виден. А. Что я на экране делаю. Да, конечно, это хорошая идея. Но увы, у меня нет... Не сегодня, да? Да, не сегодня. Нет такой возможности. Квёлый какой-то он. Нужно... Да, что, как Чак Норрис ногой ударял по рабочему. Вот такое должно быть ощущение, да? Ну, тогда ищем. О! О! Ну что-то такое, да? Вот оно. Старик, ну вот. Во. Серега был, я с ним согласен полностью. Вначале там были самые обалденные. А, снэры? Да, да. Во, да, во, да. Вы, выбери. Вот это, да, вот это, да, отлично. Вот это? Да, ты каждый раз новый выбираешь. Просто вот этот. Вот этот? Вот, 505-й. Давай. Нравится, нравится. Возьми его, пожалуйста, родной. Да. И да, можно, пожалуйста, во вторую и четвертую долю, чтобы он бил. Окей. Тыщ. То есть не... Тыщ. Тыщ. Да, 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 мы так и делали уже. Тыщ. Вот. Не слушаю его вообще. А, он смешивается с твоим. Вот чем. Громче делаю просто. Да, да. О! О! Вот он. Диско. Вот диско, кстати, да, такое ощущение. Просто, да, твой снэр из вот этого драмбрута, он подмешивается, и поэтому так становится. Но мы можем его немножко сейчас исключить, ну, потише сделать, да? Да. Эквалайзингом. Тох, сейчас будем вокал записывать, или, может быть, запишем писанем трубу? Ого. Трубу записанем. Я считаю, что надо... Пожалуйста, в микрофон, дружище, чтобы мы слышали. Значит, необходимо, чтобы Алексей имел возможность как-то играть с партиями, надо их засинхронизировать MIDI каналами на клавиатуре, чтобы он мог включать их и как бы играть. Вот, так что давайте это сделаем. Ага, хорошо. Все, тогда я можно это поправлю немножко аранжировку. Че-че? Поправлю немножко аранжировку. Да. Ведущий тоже не строит. Ого, серьезно как? Да-да-да. Кик не строит, давайте. Не-не-нет, не кик, а ведущий, снэр. В смысле снэр? Мы так долго его выбирали. Ну, он хорошо звучит, характер прекрасный. Да, да. Мы его по пичу. Да-да-да. Транспоз. Не так. Ниже, выше? Нет, там тоже есть файн. Дичон там есть, да. Там есть ЦТ, это называется центы, то есть микро. Вот, мне нужно микротинг. Да. Как много названий у одного и того же. Файн, дичон, пич, цент. Более-менее одно и то же, да. Вот, и можно мне тогда, как бы, чтобы более детально и точно это настраивать, нужно зажать кнопку Shift и вот с тем самым. Да, вот 6-7, вот это все. А сколько тебе хочется? Я не слышу. Еще. Я особо не слышу. У тебя суперслух, у меня обычный слух. Еще. Уже плюс 20, плюс 23. Ага, все, супер, давайте. 24. Как, можно я тогда воспользуюсь передачей и расскажу, как развивать слух? Да! О, да! Значит, смотрите, есть очень хороший способ для того, чтобы слышать лучшие вот такие детали, как там ведущие, пианино. Значит, есть такой прекрасный инструмент эквалайзер. Берешь его, ставишь на какую-то из дорог и, значит, делаешь, ну, пиковую как бы там точку и начинаешь вот слушать, как, прислушиваться, какие частоты ты крутишь. И да. Потом ты должен уже как бы понимать, что, к примеру, ну, и тем самым ты воспитываешь и свой слух намного четче и сильнее прислушиваться к вот таким деталям. Просто в данный снейр он звучит из, ну, как бы там палитра звуков. И вот в этой палитре есть какой-то один маленький частотный сигнал, который в эквалайзере можно услышать. И я вот сейчас с ним работаю. И вот тем самым это можно развить с помощью вот эквалайзера. Поднимаешь какую-то частоту и начинаешь вот ее крутить. А потом уже просто уже как бы мысленно, там, немысленно все это дело производишь. Очень интересная тема. Так что вот один из способов, на мой взгляд, самый наилучший. Не все знают, что в любом звуке, в любом нахер звуке есть нота. В любом звуке, в том числе и в пш, тоже да. Есть нота. И вот Тоха своим, значит, ультраслухом, да, человек X, значит, он слышит эту ноту. Люди тюнят даже кики, ну, то есть вот кто прям заморачивается. Да. Я не всегда это делаю, но иногда слышно, что кик действительно... Откуда-то не оттуда, да. Не оттуда, да, и ты просто его по тональности чуть-чуть погонял. Супер, давайте теперь послушаем, как наши... Применим наши знания теперь. Да.
Нет? Стало хуже? Ну, как бы, все равно какая-то... Поменяем снейр к чертовой матери. Не-не-не, смотри, теперь его нужно прикрасить. Все, он как бы теперь имеет прекрасную форму, теперь нужно приодеть. Так. Эффектика. Эквалайзинг. Добавляем ревер. Здесь должен быть ревер, должен быть какой-то шум, какое-то настроение. Привет, привет Эдуарду. Тут должен быть, кстати, быть шум. Где он? Не пришел. Да. Эдуард Шум, кто не знает, легендарный персонаж. Так, мы слышим? Да. Так, хорошо. Что за ревер? Это ревер, который используется в этой программе Ableton. Да, да. Очень 80-е пошли такие. Чуть-чуть, мне кажется, прибрать его. Серега, у тебя есть способы настройки ревера? Цок на слух. Я убираю в ревере, кстати, всегда низкие частоты. Ну, естественно. Да. Вообще, надо у любого инструмента всегда, кроме баса, и даже у некоторых басов, срезать нахер низ. Да? Потому что когда звуки наслаиваются друг на друга, низы начинают накапливаться, суммироваться, аккумулироваться, и каша. Да, да, да. Я всегда у ревера убираю самое важное – низ, а дальше просто слушаю. Ну, дальше ты крутишь декей-тайм. Хорошо, Серег, я тебе даю рецепт, который использует очень большое количество людей. Вообще, все-таки я воспользуюсь данной передачей и скажу всем людям, которые желают научиться работать в какой-либо программе на компьютере, необходимо в первую очередь познавать английский язык. Fine pitch. Да, потому что данный элемент, они очень круто позволяют как бы ориентироваться. Когда ты не знаешь английского языка, приходится на ощупь, это не всегда получается. На самом деле, кстати, Ableton представлен на испанском, французском, итальянском и японском и китайском. Замечательно. У нас нету. Я думаю, что выучить английский язык — это хороший как бы момент. El Pichonino. Как настраивают большая часть людей ревер? Значит, там есть такой драй. Значит, драй они ставят где-то в положение 15-20 минимально. Сухо-мокро. И, значит, сайз, размер комнаты устраивают на максимально большой, 5 там где-то. Угу. Вот. И вот сейчас мы должны услышать более-менее приятный как бы тон. Давайте послушаем, как это будет звучать. Похож на пионерский барабан. Что поделать? Еще есть время, на самом деле. Тайм еще есть. Тайм тоже нужно вот его выставить как можно больше. Да, чтобы 5, длинный был. Но 5. Вообще его одного слушать бесполезно, нужно в миксе слушать. А, ну вообще, кстати, да. О! Ну, мы его слышим. Заиграл. Отлично, супер, мне нравится. Так, давайте что-нибудь. Сказал только голосом человека, которому не очень нравится. Но это наброс. Мы на компромиссах, чуваки. Здесь. Мы на компромиссах. Мы творим. Просто я очень редко работаю как бы в режиме типа там так сделай то, сделай это. Я как раз сам один сижу дома там быстро там. Тоха, как я тебя понимаю? Я, значит, коряво, плохо, но тем не менее я уже, не знаю, лет 20, не знаю, сколько мне лет-то уже, я пишу музыку только один. Когда ко мне пришел, я позвонил Леше, говорю: Леш, я хочу построить, наконец-то у меня есть возможность построить какую-то музыкальную, значит, часть в офисе. Помоги мне, пожалуйста, с выбором оборудования и так далее. Мы сделали, выбрали, пришли, и тогда подключим, давай. И мы начали музицировать вместе. И я понял, что это... я к этому не привык совершенно, что я с кем-то делаю музон. Для меня это странно, потому что, ну, он же другой, у него же другие взгляды на, значит, и подходы к музыке, и к ранжировке, и ко всему, и к выбору звуков, да ко всему. Но, чувак, я был под впечатлением 5 дней. Я понял, как прикольно иногда вместе что-то, значит, творить. Это классно. Но другой опыт. Он нужен сейчас... для других целей. Да. Ты пишешь и один, и с кем-то. Поэтому кто-то играет в группе, кто-то в проектах разных участвует. Есть вообще импровизационные джемы. Вот эти джемы. Собираетесь. Да. Можно даже не записывать их, не выпускать треки. Ты поджемил, все круто и ушел. В этом что-то определенное есть. Да. Твое лицо говорит о том, что ты не очень впечатлен коллаборацией сейчас, но... Окей, хорошо. Я думаю, что я 5 дней буду думать о другом, но не в этом суть. Все. Я хочу послушать барабаны, всю эту ботву. Да, давайте ботву. Трек «Ботва» называется. Поехали, да. Come on. Нормально. Yes. Да. Для наброска. Опа. Я очень люблю в последнее время делать следующее. Для того, чтобы, значит,
Давай запишем. Давай запишем. Давай запишем. Давай. Он даже, по-моему, внутрь попадает. Давай, конечно. Давай, давай. Через супер микрофон. Без эффекта. Готов? Кайф. Мы же сейчас можем все квантизировать. Серега, какая у тебя там у тебя была мысль? Ты, мы тебя перебили. Убери, убери, да. Убери пока, Леша. Сейчас покручу немножко. Да, Леша покрутит. А что? О чем я говорил? Кстати, привет, Ира. Мы же Иру тоже можем слышать, кстати говоря. Привет. Привет. Как тебе все происходящее класс, здесь? Правда здорово? Ой, офигенно. Ты же знаешь, я люблю все, что с музыкой связано. Да. Я обалдею. Спасибо большое. Ты нам, знаешь, давай, ты будешь голос разума. Ты будешь говорить, нравится, не нравится. Мысль была вот такая, я вспомнил. Я с недавних пор, спасибо вообще Ютьюбу за то огромное количество туториалов и возможности посмотреть разбор треков. Я одну вещь полюбил. Кенни Битс. Есть такой чувак, пишет биты, очень талантливый музыкант. Он всегда подмешивает к... У нас все равно большинство звуков здесь стерильные. Да? Mm-hmm. Они, в них фактуры нет. То, о чем говорил Иван Дорн, когда у нас был в гостях. Что он за жизнь, за сырое. Потому что в этом и есть суть нашего существования. Да? Что все не идеально. И он любит... Значит, Кенни Битс подмешивает звуки, любые звуки ambience. Какой-нибудь собаки лают, город. Настолько тихо, что ты даже не можешь практически это разобрать, но это в корне меняет ощущение от ранжировки. Попробуем кинуть? А у нас нет сэмплов здесь ни хрена. Нет, у меня есть папка сэмплс. Есть что-нибудь? Да. Вот, потому что это электронная музыка, она делается в электронными средствами. Это больше как оформление уже, саунд-дизайн такой. Принципе, тем не менее, да. Более на последний момент. Это меняет восприятие музыкального материала очень сильно. Ну, слушай, такой, ну вот, наверное, мой как раз-таки ковбел был элементом того самого момента. Потому что ведь ты, когда стукал, мы же слышали не только звук удара ручки о бутылку. Мы же все помещение слышали, да? А оно там... Да, оно живое. Реверберация передалась. Ну, да. В целом, частичка вот этой комнаты, этого момента реально... Мы послушаем? Давайте. Я вот Дань, выводи. Микровступление нарисовал. Супер, сокол, я стрип-хоп. За мной множество забав. Ключевой капьем живет. Любой сеть, любой шмел. Любой Бэй. Дядя смело взяли курс на зло. Всем нам фору стало далеко. Потеряли, чтоб найти в мире ее, семья одно. Воу, плыли и приплыли, плыли и приплыли. Братец, мы поход, прыгай, лав расчет. Жизнь в коробке не идет. Кстати, то, что сейчас делает Антоха, он показывает, что любым эффектом даже можно играть как инструментом. Правильно? Ты сейчас добавлял и убавлял количество эффектов на микрофон твой, правильно? Мы не сказали, у Антохи тут есть эффект-процессор, его личный, который он принес. Вот, да. И ты им пользуешься очень активно на всех концертах, да? Или нет, нет, я его не использую. Это для дома все-таки. Для дома. Вообще, на самом деле, бестолковая безделушка. Честно скажу, что... Потому что современный мир уже вот как бы... Тачпад, а вот это... Сейчас, парни, подождите, я сейчас там переключу, дайте стоп, я сейчас переключу. Пока тут я накручиваю, что-то происходит 3 часа. Как бы намного удобнее через программу Ableton Live, когда у тебя есть мини-посылы, ты там все перекручиваешь, это круче. А это так, но я решил подстраховаться, потому что я понимал, что, возможно, будут какие-то технические сложности. Не, ну ты сам это все крутишь, не я тут сижу, а ты свой голос. Да, так что мы потом послушаем эту запись в подкасте
И уже с ним. Все, давайте. Знаешь, что хотел сказать? А мне наоборот. Я же всю жизнь сидел вот так вот в тачпадом, вот в ноуте. И я так кайфую от того, что это может быть несовершенный, да, предмет. Он не может все на свете, но я могу его трогать. Это так важно. Конечно, конечно. И плюс ограничения очень важны. То есть ты не можешь делать все. Кстати, это большая проблема многих электронных музыкантов. Да. Они слишком... Ну, им доступно слишком многое одновременно. Чтобы на тебя смотрел, можешь? Uh-huh. Да, хорошо, и таким образом человек просто такой, ну, я могу все, что же мне сейчас делать? То есть, мне кажется, ли нас чуть-чуть засасывает в микрофон, и мы с эхом говорим? Нет, я его отключил. Поэтому, ну, те, кто, допустим, совет тем, кто начинает писать музыкант, начинает писать электронную музыку, не пытайтесь себя обвесить кучей плагинов, инструментов, литонов, там, поставьте там какой-то лимит. Вот у меня драм-машина, и буду сегодня, не знаю, на ней писать, ее изучать. Да. Это вот ограничение, оно очень полезно для того, чтобы лучше изучить инструмент, погрузиться вот в процесс одного чего-то. Да. Я предлагаю тебе эксперимент, Тох. Вот мы сейчас сделали, значит, под твою дудку все, да, вот, которая здесь висит. Ты нам доверишься сейчас, Леша? Мы сейчас сделаем бит для тебя, и вот вообще вот другое. То, о чем я говорил, коллаборация, да? То сейчас вайб шел от тебя, ты выбрал гармонию, да? Ты наиграл, значит, бас, ты оркестровал сейчас все. Если сейчас от нас будет исходить, я наиграю бит, Леша наиграет, допустим, бас, а ты уже клавиши и, может быть, на трубе что-то сыграешь. Попробуем? Или это опасные игры сейчас я тут? Нет, я все-таки хотел бы момент такой, как бы, все-таки, ребята, я как бы пришел с конкретной целью, там, 5 скетчей. Вот я и говорю, ко второму переходим. Ага, так. Первый готов? Погодите, как бы хочется все-таки какой-то итог. Значит, первый момент. Второй, значит, как бы прикольно. Реализовали один, но мы его не реализовали полностью. Его нужно же все-таки исполнить. А ты его только что исполнил? А, понял, все. Там 3 куплета. Все. Серег, смотри, как бы у меня такое предложение. У тебя есть телефон, ты можешь сейчас открыть текст Антохи МС. Да. Время ток. Время ток, текст. Угу. Я буду исполнять припев. Ты будешь исполнять первый куплет, я исполню второй куплет. А в третьем я уже сыграю на трубе. Оу, oh, е! Yeah. Давай. И я вообще буду тебе подыгрывать всю песню. Давай, это будет реально прикольно. Вот, это уже круто. Давай. Все, старик, мне такая честь для меня. Блин. Чувак, это для меня. Исполнишь для меня вообще, супер. Только я же... Ну самое главное, ты будешь исполнять мой микрофон. Давай. Золотой. Я тебе передам через всю... Давай. Просто кинешь мне. Ми-ми-ми-ми-ми. Так, кто сейчас? Отлично. Ну, что Тоха, ты только Да, все, я готов. Но все-таки можно нам погромче сделать? Ты нормально слышишь? Ну, это сейчас нам Даня сделает. Я как-то плохо слышу себя. Надо что-то поближе, он такой микрофон у нас. Не, вообще полный микс плохо слышно. Вот полный микс. О! А это тогда, да. Все, отлично, больный микс. Еще момент. Хочу момент отметить все-таки. Мы готовимся к исполнению. Я надеюсь, что мы проявляем максимальную оперативность, чтобы наши зрители уже там не скисли. Я о них помню. Значит, момент такой, что Алексей произвел такую классную штуку. Он, значит, будет во время нашего исполнения выключать какие-то партии, тем самым преображать наше исполнение еще каким-то дополнительным элементом. Так что, если вам вдруг скучно дома, и вы не знаете, чем заняться, и ваша бабушка или мама тоже скучает, вы можете ей показать кнопки, которые вы заранее запрограммируете, и скажете ей, что бабуся, попробуй нажать на это, попробуй нажать на то. И, возможно, она получит то удовольствие, которое испытываем мы. Прямо сейчас. Я, кстати, совет всем битмейкерам тоже не делать, не высылать бит вот без развития. Пусть будет развитие. Артисту должно быть интересно. Все, yes. Погнали. Пишем? Да, а у нас, кстати, труба не забывает, да? Нет, Серег, все-таки давай ты первый начинаешь куплет. Ладно. Сокол, время. Хорошо, ладно. В этот миг. Yes. Потом ты играешь на... Да? Да, потом я играю на трубе, поем вместе. По очереди все делать, да. Все, мы готовы. Может, поменьше эффекта на Сереге. Ты что-то... Потому что, мы просто не сможем потом его убрать, он запишется. Это фирменный эффект Антохи МС, кстати. Да. Так, а сокол, если вход в доме множество забот, тогда все.
Господи, какой стресс, какой стресс! Так, блин. Yes. Серега, я буду подыгрывать, так что все будет хорошо. Хорошо, давай. Сокол, сокол, ястреб, хор, в доме множество забот, люди живы, как я же... Спасибо, вступление, да? Давай. Не, Серег, ты вообще все что угодно можешь. Нормально вспомнить. Все было? Думаю, да, что... импровизируй, может быть, да? Да, давай. И? Вступление. Братья смело взяли курс на зло, всем нам пору стало далеко. Посияли, чтоб найти свое, в мире есть семья одно. Сокол, сокол, ястреб, хор, сокол, 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 завоз. Лют живой, копьем живет, любу сеет, любу ждет, лёгку кость, травы горь. Поэтому все сложно, все сложно, все сложно, все сложно, все сложно. Соло! Движет вокруг, с прицелом сам тут и круг. Внутри меня покой, песни лечат и задают настрой. Будь холостой, далеко потеряли, чтоб найти свое. Мире я всегда. Сокол, сокол, я стою, сокол, 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 живой копьем живет. Так, ну, в принципе, что-то есть. Это надо. Тоха, прости, родной. Я просто кощунство было над твоим треком. Прости, ради бога. Спасибо, что. Мне понравилось, как Серега вступил в соло вот здесь. Сокол, сокол, я стрим. Антоха здесь ушел, как бы. Сокол, сокол, ястреб, хор. Так, ну, все, да, ребят, ты... я понял. Каждый раскроет по-своему потенциал данной как бы передачи. Все, да. Подкаст продолжается. Время уже идет. Я хотел бы продолжить. Да, давайте продолжим. Тох, ну ты не обижайся на меня, пожалуйста. Я ведь плохо пою. Но спасибо тебе, что дал прикоснуться. Я себя чувствовал человеком, который в караоке не умеет петь, но очень любит. Серег, ты видел там сокол, сокол, гастрип, хот. Так круто, вот, вот он. Знаете, есть такой, есть такой, есть такой, как называется, рок, когда очень много абстракций, как называется? Арт-рок. Арт, ира, ира, авангардный рок, да, группа MGMT, какой у них? Индастриал, нет? Да, я хочу сказать, не знаю, мы не шарим в руки. Короче, мы... это поп-музыка, которая на спидах получилась. Синти-поп. Да какой синти-поп? Они так написаны у них вообще-то. Ты чего? Да. Вот так. Значит, мы неправильно группу назвали. Это Earth, Wind and Fire. Ну, инди просто, скажи. Нет, инди. Есть такая группа, арт-рок. Я могу, подожди, сейчас я тебе забуду. Какая возня, забудьте, пожалуйста, что я хотел сказать. Ну, написано инди-рок, синти-поп. Психоделический рок, а у нас психоделический поп. Кстати, да, да, да. Тоха, а ты, ты на какую-то полочку кладешь свою музыку? Это поп, инди, что это? Фолк? Или тебе вообще плевать? Ну, я думаю, что все-таки я отношусь к электронному. Угу. Угу.
Именно поэтому я и тебе и написал тогда, давно-давно. Потому что я почувствовал родственную душу. Электронщик, вот он. Да, я все-таки, мне кажется, все-таки я отношусь к электронщикам. У меня есть элементы. Угу. Добра. Конечно же, это не ярко выражено, но все же. Я тебе хочу сказать, что множество путей — это просто бенгер, бро. Я хочу в клубе, чтобы они вот эта музыка играла. Реально. Ремиксы. Та-та-та-та-та. Обалденно вообще. А ремиксы тебе делают, то? Это я так ни на что не намекаю. Нет, как раз хороший вопрос задавался вот этим моментом. Делают ремиксы. Есть два варианта. Либо один вариант, когда ты просто выкладываешь свою капеллу и на него как бы там шпарят все что угодно. Конкурс такой, да. Вот. А есть второй вариант, когда тебе вот конкретно кто-то пишет и говорит: старик, меня зовут Алексей, мне очень нравится твоя музыка. Хочу сделать как бы какой-то апгрейд. Давай будем держаться связи. И вот идет какой-то процесс. Мы с тобой, кстати, пытались написать треки. Мы ВКонтакте общались, пересылали какие-то биты. Вернее, вот, так что я, вот у меня мне больше нравится как раз второй вариант, когда тебе кто-то конкретно пишет, да, и ты говоришь, типа, старик, yes, как бы максимальное уважение друг к другу. Вот, а относительно ремиксов, были ремиксы. И самый, наверное, лучший там один из ремиксов. Сейчас я попытаюсь вспомнить, как зовут этого исполнителя. К сожалению, не вспомню. Все. Про ремиксы сказал более или менее. Да. На какой трек хотя бы? На какой трек? А на какой трек? Множество путей. Ну, просто интересно, да. Хейтишь ли ты их? Типа, прислали ремикс, и ты такой... О, черт. А как они могут прислать наоборот, ремикс? Или ты как вот есть, так и есть. Ну, нет, сделали так. Странно, я в некой форме в большей степени кайфую от тех видений, которые люди предлагают. И это классно. Вот. Единственный момент, не всегда это получается максимально удачно, но хоть как-то это уже тоже неплохо и хорошо. Так, а то вопрос к тебе. Мы добились. Первый есть вариант? Готов? Все? Да, есть. Мы зафиксировали. Yes! Да, замечательно, что есть. Да, ну а где аплодисменты? Корпорация Number. Овации. Да, да. Я не думаю, что мы 5 сделаем, честно говоря. Нам мне кажется, мы уже все, потому что... Не-не, мы уже схему-то поняли, как все окей. Значит, мы продолжаем, да, музицировать? Есть два варианта. Мы продолжаем музицировать, но на моих условиях, которые тебе рассказал, если ты окей. Ага. И второй вариант, ты нам расскажешь все-таки про торшер уже. Ага, хорошо. Смотрите, есть второй вариант, мне чуть-чуть ближе, потому что, типа, я через 15 минут вынужден буду ехать на урок. Серьезно? Да, мы уже сколько сидим? Час? Нет, мы сидим здесь где-то 50 минут, по-моему. Час 10 мы сидим. Через сколько тебе нужно ехать? Через 15 минут. Через 15 минут мы ничего не успеем создать. Или успеем? Да успеем! Мы можем либо поговорить, либо создать. Нет, мы просто скажем: Лех, пока. Да, да, да. И а дальше мы поговорим. Вот, давай попробуем. Пока Леша здесь, давай попробуем сделать. Другой все-таки, раз как бы ты там заговорил, значит, я все-таки хотел бы передать всем своим слушателям большой привет. Ребята, я сегодня пришел не один, с некоторым элементом, значит, хотел предоставить вашему вниманию свою разработку, а именно это вот... светообразующий элемент под названием торшер, который я сделал своими руками. Значит, сейчас я вам продемонстрирую, как он включается с помощью вот такого вот максимально уютного, приятного включателя белого цвета. В некоторых моментах вот так же бывает и черный. С помощью вот такого простого нажатия. Смотрите, как сразу же эта зона преобразилась в великолепном освещении. Антох, это гораздо проще, чем fine и pitch. Совершенно верно. Значит, в данной конструкции я использую максимально простые элементы, но, на мой взгляд, они как раз тем самым доставляют нам тот приятный тон, который мы хотим видеть. А можно сделать ремикс именно сейчас. И вот продырявить несколько дырок и пустить туда дым, и пойдет. А вот ты купи себе такой и дырявь. Где такой раздобыть, Тох? Собственно, люди, если вы захотите такой элемент в своей квартире или в офисе, или в студии, где угодно. Вообще, я хотел как раз-таки перед тем, как оказаться в твоей передаче, сделать такой пост, ну, воспользуясь этим моментом. Значит, звоните под номеру телефона 8-901-749-81-59. И вам сообщат ту информацию, где и во сколько можно приобрести.
этот прекрасный элемент. Так что всем всего огромного. Серега. Да. Я надеюсь, что приобрету у тебя уже прям сегодня. Я надеюсь, то, что зрители твоего канала будут... В общем, в целом, я делаю подарок сегодня. Этот светильник я дарю вашей студии, так что спасибо тебе огромное. Спасибо. Там основание прикольно сделано еще. Антох, спасибо огромное. Мне Эдик говорил, что ты сейчас занимаешься мебелью. Эдик говорит немножко не ту информацию. Мебель я не занимаюсь. Я занимался музыкальным релизом. Собственно, ты его услышал. Что я несу? Вот, так что... Может, я его неправильно понял? Нет, мебель я никогда не занимался. Вот минимальными элементами я занимаюсь. Я делаю вот светильники. Я идиот. Светильники — это часть мебели? Вообще, да. Наверное, имел в виду. Я думаю, что все-таки это в большей степени интерьер. Интерьер, да, элемент. Ну, короче, беру на себя удар. Я полный идиот. Не так я понял его. Серега, слушай, знаешь, я понял, что такое качество, как самобичевание и самокритика, это не очень хороший элемент, и с ним нужно быть поосторожнее. Ну, неловко сейчас было мне перед тобой. Ты прощаешь меня? Серега, я надеюсь, что суммирующий элемент нашей с тобой передачи и люди, которые записали контактный телефон, который я им продиктовал, они позвонят. Так. Вот. И, в общем, в целом, наша передача выйдет хорошим элементом, так что есть контакт, максимальное уважение и любовь. Спасибо. Спасибо, Тоха. Ребят, заказывайте. А, Леша, ты можешь мне вывести на сухой канал, чтобы ты убрал все частоты? Сейчас. Да. Процесс. Да. Все, ты здесь. Смотри, до этого что мы делали? Пишем до... другое что-то. Да, до этого мы программировали, да? То есть это был робот, играл. Давай теперь я руками сыграю. Давай, подожди. Тебе нужен метроном. Не надо ничего. Нет? А как ты... Ну, давай. Ну, хоть какой-то. Вот прям давай тебе 110, нужен другой. Допустим, 106. Да. 95. Корявенько, но... Мы можем это все подровнять? Да. Что-то получилось у нас. Тебе понравилось? Ты... Биток? Супер, Серега, да. Вообще огненный. Оба. Так. Время Америка, Европа. Смотрите, я вам покажу, как сделать жирный бит из не очень жирного. Мне нравится очень плагин Drumbass, тоже в Ableton. Может быть, Антоха в курсе таких движений. Оп. О, бум-бум. Ну, это трэп-стайл у нас тут. Супер. О! Ни хрена себе. Ну, это мега-бас. Так. А, теперь это пишем. Мы, короче, сейчас по нашей технологии, да? Ага, все, вы сейчас... Вот это синт, который мы недавно купили. В общем-то, в моем блоге это есть. Вот, и... Ну, он это волшебная вещь. Крутой, да. Это волшебная вещь. Я не знаю пока ничего. В принципе, про это него. Один из лучших вот, синтов за последние там, пару лет. Это причем новая какая-то версия, переиздание там. Ничего себе. Корг. Ты уважаешь Корг, кстати? Конечно, ты, уважаю. У тебя вообще, по-моему, нет синтов. Ты на VST. Я все на VST. Корг Minivoc XD называется. Это, по-моему, какая-то младшая модель большого брата, да, но да, он очень-очень-очень способный. И это прямо вот для тех, кто любит ретро-звуки, да. Ну. Опа. Так, подожди, сейчас мы найдем. Какой-то аккордики наиграешь. Да. Да, Антоха рэп. Кстати, Антоха, а ты, у тебя рэп прям есть в треках? Конечно, в стиле я буду читать рэпчину. Давайте зачитаем тогда. Вот, Серега бас нашел. Серега нам басует. Басует, да. Серега басует, Антоха рифмует, свет освещает, лампу презентует. Йоу, everybody. Вчера я зашел в магаз. Там сегодня оказался, нету противогаза в его продажах. Но ничего, скидку я оформил на другом сайте, которым я часто зависаю. Зависаю я с ребятами, бываю, но в большей степени зависаю я в телефоне.
на контакте в айфоне. Йо-йо-йо-йо, это мое самое святое, что есть в жизни. Противогаз есть у вас. Ну что, можем. Сейчас Антоха задаст вам мастер-класс. Так. Вот у нас есть бас. Ага. У нас есть трек с басом. Замечательно. Ну все, надо мелодию какую-то. Да, аккордик, дай мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, еще. Даю, даю. Еще. О! Жесть, жесть. Все, противогаз открылся. Повыше там какой-то такой. О, вот этот. Пиксельный звук, естественно. О. Ага, всем привет. Меня зовут Антоха МС. Я... Сегодня день недели. Вторник. 2 февраля. 2 дня назад гудела Москва. Ес. АБХХС. Рифма здесь. Йо, сейчас я вам сыграю на своей трубе. Покажу всем, как надо делать это. Йо, парасоте, рифмует Антоха. А, йо, а, мы в клубе затусили с парнями. Решили взять по бокальчику. Опа! Накатил и меня, значит, таким образом, что я вообще потерял контроль. Оп-оп. Прохожу фейс, фейс-контроль, здесь все в порядке, моя пуховая куртка меня спасла. Тот фингал, который я получил вчера, был незамечен. Я собирался встретиться с красоткой, которой жду уже давно, но она меня не ждет, но я все равно к ней подошел. А. Как тебя звать? Красотуля? Хочешь, я срифмую что-нибудь? Тебе хорошенькое. Ай. Ай-яй-яй. А. Воу. Вот это просто импров. Вот это джем. Вот он. Джем. Джем случился. Это джем. Мы не... Кстати, вот ребята, мне нравится тоже такое. Ничего не останавливать, все идет постоянно. И пишется, пишется. Позвольте что-то отметить, что это было гораздо быстрее, чем в первый раз. Ну, это тоже способ, да. Но там получился прям вот выверенный трек со всеми, да, приколами. Ну, Антоха, и, там, да, прям много музыки. Космос, да. А это вот наш такой битовый джем, да, как мы любим. Идем в клуб, е. Да, отличный текст, кстати. Я часть из этого услышал. Смотри, у нас тут был Иван Дорн, и он в какой-то части говорил о том, что ему нравится, когда музыка описывает состояние. Не просто она вот льется, да? Он говорит про то, что он попал в сон. И там начинается, вот он Прокофьева там приводил в пример, да? Начинается вот, значит, передача музыкой состояния. Ты бы мог сейчас трубой передать вот это состояние, что ты зашел в клуб, и все, о чем ты пел, короче, сделать это трубой. Это возможно? Вот этот человек, который вальяжно зашел в клуб, как-то вот это возможно передать сейчас? Ага. Такая задача. Я, конечно, могу попробовать, но я думаю, что как раз-таки в чем элемент электронной музыки, что в большей степени она больше, ну, ее структура располагает, чтобы в ее структуре были именно синтетические какие-то звуки. Не всегда как бы электронная музыка располагает на наличие там гитары. Согласен там, с тобой полностью. Вот, но... Но мы экспериментируем. А, хорошо, ну, сэмплов, если, да, вы хотите, я обработаем, могу это сделать без. Давай проблем. Проверим. Давайте теорию. Если я сказал очередную ерунду, мы просто подтвердим. Супер, это. Давайте, я готов. А ну тут... Тогда вот хорошо, подожди. Момент второй. А ты где? Должен играть все на перкуссиях. Есть. На перкуссиях? Конечно, в этом синтезаторе, я надеюсь, имеется перкуссия? По-моему, нет. А мы не можем одновременно... у нас несовершенство здесь пока сатана. У нас есть вот этот бит, на него и прописываем. Хотелось бы отметить вопрос об Литоне. Что-что? Еще один элемент, который я обнаружил в отсутствии сложности в облитоне. Я вот делюсь, да, сокровенным. В облитоне нельзя сразу писать несколько голосов. Я считаю, что это как бы некий такой момент сложности.
А именно, к примеру, я пишу эту, вторую. Ну, вообще-то можно. Там вот как раз комод зажимаешь. У нас можно, к сожалению. Можно, вот, да. Вот этот вот девайс, который мне достался от Ризана в наследство, несовершенен. Мы должны были все закоммутировать здесь через микшер, который там лежит. Может, нет, мы затупили. Даже, да, мы просто затупили, сделали, как сделали, и да. В этом есть прикол. Потому что все мы не можно, про коммутацию. Да, в Бретоне все можно. Про творчество. Да. Ага. Мы здесь о, Леш, ты, а твои акции поднялись обратно. Ты снова да. Доказал, что ты все. Разбираешься. Можно, я покажу потом, как это делать. Ну все, поехали. Не отменяй урок пока. Сразу все решается, видите, да. Трек становится живым. Это даб у нас получится. Даб. Да. Рада. У меня там лежит даб-батя, который мне сделали. Кто смотрит Сережа микрофон, обычное шоу смотрел, вернее, давненько не выходили на выпуски, знает, что мне один из участников, значит, у кого брал интервью, мы зашли в кафе, а там ребята очень любят даб-музыку. Ага. Маленькое кафе, прямо вот на два человека. А они нам сделали еду и включали даб-пластинки, и у них стоит такой прибор, который позволяет делать всякие штуки. Они мне сделали спустя много недель мой именной даб-прибор, который делает всякие эффекты. К сожалению, блин, вот мы тоже его не подключили. Сейчас бы прям самое то было бы да, здесь классно. Ему место. Так, Леша уже сильно опаздывает. Ну, я сейчас, да, я скоро, наверное, поеду. Не знаю, мы что делаем сейчас. Ну, мы с тобой прощаемся, а потом поговорим с Тохой. Я думаю, что двух набросков нам хватит. Потому что без тебя мы будем все долго делать и мучительно. Ну да, ну вот два набросочка. Что-то прикольное. Может быть, мы из это куда-то дальше двинем. Вообще, как я делаю? Я слушаю. Тохи, да, просто... Перфекционист такой, да. Мастер. Я слушаю, что я сделал, допустим, через неделю. Mm-hmm. Если там есть хоть что-то, за что ты можешь зацепиться, даже просто бит. Я удаляю все, оставляю и дальше с этим работаю. То есть ничего не уходит в урну все равно как-то. Или наоборот, я услышу, что да, все было круто. Mm-hmm. И мои сомнения были беспочвены. Это и в любом виде творчества. Ну да, то есть надо справедливо. Нужно отходить. Вернуться, да, нужно да, отходить и вернуться позже. То есть может быть казаться, что какой-то странный скетч, но потом через неделю или там даже завтра ты скажешь, в принципе, да, mm-hmm. ничего, надо просто вот это убрать элементики. То есть ничего не выкидывается. Я не знаю, как Тоха пишет. Мне кажется, он сразу трек заканчивает. Леш, ну мы расстроены, долго, что ты уходишь. И... Подожди, а мы можем как-то отменить твой урок? Мы можем? Можно только MC позвонить, спеть песню, и значит, человек скажет, все, я больше ничего не хочу в жизни. А, да? Там, слушайте, там ждут, да, 100 человек. Не-не-не, урок — это хорошая тема, так что мы вот будем с тобой прощаться, Алексей. Да. Я был крайне рад тебя увидеть. Взаимно. Алексей Пикселорд, лейбл Гиперполоид. Покажи, пожалуйста, у тебя даже настолько ты лоялен своему лейблу, что набито на руках. Да, у меня уже все это набито, потому что это просто часть моей жизни, и ничего другого нет. Есть я, есть мой лейбл и музыка. А что, Леш, у тебя в плане музыки вышло либо выходит в ближайшее время? Я сейчас пишу новый альбом, а так вот у меня вышел последний альбом «Сайбер-дядя», он называется. Там очень много именно всяких рэперов, с которыми мы делали совместные треки. Хаски. Да, и Хаски, Six-Nine, Six-Nine. I-6-1. I-6-1, да. I-6-1, да, это питерские рэперы. Я сказал Six-Nine. Да, я такой идиот, что я вообще тут... Слушай, много инфы все перемешиваешь. Как мне сегодня стыдно за нашу сегодняшнюю передачу.
Вот. Вот. Но, кстати, я бы хотел с Антохой поработать, но мы с тобой уже переглянулись по этому поводу. Да, может быть, ремикс сделать, может, что-то такое. Или альбом. Я всегда за... Все это закинуть, опять же. Я всегда за оригинальный материал. Оригинальный материал best. Ну, да, что-то да. новенькое, да. Попробуем еще. Ну вот, видишь, у всех свой подход. Мы сейчас поняли, что Антоха, он работает более детально, подходя очень ответственно к каждому этапу. Да. А я больше так мы с тобой такие... Да-да-да. Оу-гоу, давайте сюда. То есть импульсивность. Вот. Кстати, очень быстро работаешь. Ты очень быстро работаешь. Да, быстро, но зато у меня много тоже, как я говорил, незаконченных каких-то не очень крутых вещей, которые... Ну, я просто начну новые, если мне не выходит здесь. Mm-hmm. Я не буду вот добиваться прям сильно. У всех свой подход. Да, для всех люблю скорость. Потому что для меня... Важно узнать, как ты устроен, как творчество работает именно с твоим подходом. У всех свое, у всех свое. Ну, потому что есть тексты, есть голос, это совершенно другое. У меня этого нет в песнях, в треках. Да. Вот, поэтому... ну вот, что, эти наброски мы, может быть, когда-нибудь... Сохрани, пожалуйста, сохраню проект. Сохраню их просто. Да. У тебя это все есть. Это да. Твой комп. Свой комп. Ты теперь будешь с ним. Да. Вот. Так, ну сейчас будет склеечка. Мы провожаем Лешу и продолжаем дальше общение с Антохой. Да, все, спасибо, что пригласили. Всем пока. Ну вот, мы и остались одни. Наконец-то. Бро, ну какая мебель? Столярное мастерство. Правильно? Это точно или тоже неправильно? Я не могу сказать, что я себя позиционером каким-то супермастером, и у меня уже есть какой-то там разряд по данному вопросу. Наверное, да, столярное мастерство, это будет более правильно назвать. Да. А как ты к этому пришел? Часто возникают вопросы на тему того, как организовать ту или иную часть вещей, которые имеются в доме. Да. И благодаря вот всевозможным инструментам, и чаще всего благодаря дереву, получается каким-то образом зафиксировать тот или иной элемент в пространстве. Вот, да. А именно просто, к примеру, там у тебя куча книг. Да. Ты не знаешь, куда их положить. Ехать в магазин там в воскресенье или в субботу неохота, потому что там куча народа. Угу. И это еще при этом как бы долго. У тебя есть доска, есть сверла, есть дрель, есть пила. Ты берешь все эти подручные средства, делаешь там за какое-то считанное время данный элемент, и он уже у тебя он радует, и все. Вот с помощью таких вот помыслов все это и у меня возникло. Ну, понятно. Ты сейчас говоришь, что ты шел от нужды. Вот есть книги, надо их куда-то пристроить. Ну, то есть это был первый импульс, нужда, да? Но я заметил уже, у людей, которые увлечены подобными вещами, там, ремонтом, чем-то еще, у них есть такая особенность, они себе эту нужду создают специально. Такие, ой, так это у вас есть, надо исправить. Вот у меня как раз есть. Ты кайфуешь от этого процесса? Вообще, последний, в этом году я постарался сказать себе, хватит, может, я уже устал от этого всего. Да. Вот, нужды, конечно, имеются, но я как-то так стараюсь их откладывать. Но я не могу сказать, что я от этого особо кайфую. Я просто в большей степени понимаю, что это необходимо. Ну и, конечно же, да, результаты меня радуют. Это прикольно. Вообще пилить — это круто. Сверлить вдвойне. И работа с инструментами — это очень классно. И я думаю, что... ушедшие люди в этот процесс, они как бы очень это ценят, любят. И не возвращаются оттуда, потому что это классно, делаешь это своими руками. Не все. Я вот не вхожу в тот список, и на данный момент я вот, видишь, делаю там какие-то минимальные элементы, но полки... У меня, я просто сейчас живу в съемной квартире. Да. Вот. И хозяйка сказала, что никаких полок. Вот. Хотя, конечно, я уже там переделал турник, светильники. И вот. Но особо какой-то такой конкретный размах я не могу осуществить. Но в предыдущей квартире, в которой я жил, она была очень компактная, и в связи с этим необходимо было делать какие-то всевозможные конструкции, чтобы хоть как-то себе позволить более или менее по-человечески жить. Угу. То есть я понял, почему ты потерял интерес. Тебя связали по рукам и ногам, сказали, нельзя дырки делать в стене, нельзя.
прибивать ничего ни к чему нельзя. Ну, конечно, просто задушили художника, понимаешь? Нет, я не соглашусь с этим по причине того, что я как бы... Фишка в том, что хозяйка моя во Франции. И ты можешь все там перфоратором испилить, она не знает. Вот, и просто как бы я жду этот финальный аккорд, который прозвучит при нашей встрече, и все, встреча произойдет там в июле. Да. Вот, хотя я предполагаю, что я, скорее всего, в ближайшее время позвоню и скажу, что вот, знаете, я привношу некоторые изменения в вашу квартиру. Да. Как вы об этом думаете? Вот, там была вообще суровая история, что, значит, старый дом. Да. Канализация, короче, сгнила. Вот, и, значит, стояк, в смысле, вот это вот? Благо, господи, не стояк, но на кухне. И там фишка в том, что они металлические, да. Их нужно разбирать. И там можно вытащить эту старую металлическую деталь и поставить пластмассовую. Угу. Но чтобы вытащить старую деталь, которая там имеется... Простите, пожалуйста. Угу. Значит, там нужно вообще конкретно постараться. Фишка в том, что они металлические, во-первых, они там полу все ржавые, и в старости использовали свинец для того, чтобы их спаивать. Так. Вот, просто чашка, в чашку вставляется как бы конструкция, и твоя задача эту чашку, если это чашка, эту конструкцию вытащить. И, короче, фишка в том, что, ну, я такой думаю, вначале я разберу просто на кухне там вот этот гарнитур, просто чтобы освобожу пространство, чтобы, если вдруг придет мастер, да. Ему будет удобно уже работать, он будет понимать, что уже как бы доступность есть, все да. В порядке. Ну, ты разбирает его как бы все пространство, и думаю, зайду-ка я в интернет, посмотрю вообще хоть как это делают. И, значит, там такая тема, что для того, чтобы расчеканить эти соединения, необходима горелка. Чтобы свинец расплавить. Да-да-да. Угу. Знаешь, такая тема, там поджигаешь, горелка фигачит. Да. Тут я вспоминаю, что у меня в гараже эта горелка есть. Так. Я вообще практически не пользовался. Думаю, о, попробую. Это ты для джета купил? Нет, не для джета. Чтобы на морозе там все. Для других целей, как раз, да, тоже для сантехнических всевозможных, да. Канализационных. И, значит, иду за этой горелкой, значит, и там еще все видео, как бы там, посмотрел где-то одно или два видео, все максимально просто, там, покрутил, повертел, там, постучил, что-то там. Зачем фишка... мастер нужен? В результате, да. Короче, в этот вечер я оторвал эту трубу, да. Которую я там, это, пытался. В результате я понял, что нужно было мне гораздо больше ее сжечь, прям не бояться, как бы, а я там, понимаешь, ничего себе, как бы. Вот, остался маленький корешок. Да. Я продолжаю. Так. И, короче, в результате корешок я тоже отфигачу. И ты понимаешь, что я не могу в этот стакан вставить эту деталь, потому что там уже стоит деталь, и осталось кольцо такое, его никак не вытащить. И, короче, там у меня была целая история. Ладно, не в этом суть, короче, я там просто возился. До последнего Марьяне говорил, что, типа, все, я как бы сейчас, дай мне последний шанс, не будем вызывать специалиста, потому что специалисты за эту работу берут там 3,5 тысячи. Вот. Ну, как бы вот. И я решил сэкономить. И потом я пишу этой хозяйке, говорю, слушайте, вот такая ситуация. Вам очень нравится ваша кухня? Нет, я говорю, слушайте, я тут это, как бы, сделал такое дело. Да. Присылаю уже фотографии этой пластмассовой конструкции, которая вставлена вот эту чашку. И думаю, что сейчас она мне пишет, какой же вы молодец! Спасибо огромное! Как я вас понимаю! Скольких трудов это было, стоило. Ну, она как бы так сказала, типа, да, дом старый, я понимаю. Короче, ничего она особо не отреагировала, это меня немножко расстроило. Ну, не расстроило, я как бы нормально посмотрел эту всю историю, но, конечно же, экшен был очень длительный, и я вообще там людям всем всевозможно как бы информировал, говорил, типа, ребята, у меня такой вообще shake your body. Shake your body. Да-да-да, я там вообще вплясывал. Да. Не знаю, я даже не лезу. Я просто знаю, что это ничего хорошего не... Знаешь, какая фигня? Ты смотришь YouTube-видео, все так просто, капец! Думаешь, да что тут делать-то? И вот так много раз уже было. Я, так, как это делается? YouTube? Угу. Господи. Начинаешь это делать, думаешь, они колдуны. Те люди, которые записывали видео на YouTube, они колдуны. Не знаю, у меня руки через жопу растут. Не-не-не, старик, я скажу так, что там фишка в том, что имеется большое количество нюансов, которые необходимо соблюдать и понимать. Это первое. Во-вторых,
там мозговой штурм, тебе постоянно нужно додумывать, каким образом там проводить те или иные операции. И третье, конечно же, ну тут уже, не знаю, фортуна, не фортуна. Вот видишь, мне не повезло, как бы свинец не пошел. Свинец, капец. Да, тебе говорю, вообще это был такой экшен, там просто вообще там, типа, что там вытекает, вся квартира вонь, там вот. А. И так, хотел бы тебя спросить, а что же у тебя за истории? Были? Что у тебя за истории? Да и все связано с тем, что нужно что-то починить. Я такой, ну я сам же, что, я же молодец. Ага. Я же знаю, ну что-то могу. Склеивал модельки-то из бумаги. Значит, ну у тебя есть какая-нибудь история такая сурового характера? Сейчас вот на сходу не придумаю. Я просто помню это ощущение, что куда бы я ни сунулся, везде фейл меня ждет. Поэтому я лучше вызову мастера и сберегу нервы. Ну, скажу, что отчасти я с тобой, конечно же, соглашусь, но нервы — это тоже как бы такая тема. Короче, я все-таки расскажу, позволь. Да, историю. Конечно. У меня просто есть обалденная история. Мочи. Связанная с этой темой. Значит, айфоны. Угу. Айфоны. Залипаю в телефоне. Это самое просто, понимаешь, дорогое. Если человек потерял айфон, все. Да. Значит, где-то лет 5 тому назад, значит, у меня не было айфона. Айфон был у моей супруги Марьяны. Значит, айфон 5. Айфон 5 все время страдал тем, что у него все время разряжалась зарядка. Просто постоянно. Сталкивался с такой проблемой? Да. И, значит, я ей говорю, поменяйте. Поменяйте батарейку в этом. Ты решил сам поменять батарею в айфоне? Да. Так, продолжай. Значит, а что, у тебя уже был тоже как раз-таки опыт? Я наблюдал за тем, как их забирают, там довольно сложно все. Нет, ни в коем случае, там ничего со мной сложного нет. Значит, я посетил рынок электро запчастей, значит, нашел все те необходимые детали, значит, все максимально просто. Там два болтика откручиваешь. Снизу такие. Да, берешь присосочку, вытаскиваешь, и все, как бы, батарейка, можно сказать, но деталь в том, что батарейку не так-то просто вытащить. Она приклеена, она там на герметик. И герметик нужно было взять и прогреть хотя бы каким-то феном, чтобы он как-то... И ты взял горелку? Нет, я беру просто отвертку. А, ну и самое, что интересно, что рядом со мной Марьяшка, которая понимает всю историю этого 5С, что да. Все, как бы, конец. Близок. Ты понимаешь, человек, который там любил телефон, там столько информации, фотки, там, да. Инстаграмы, шмандрамы, вся эта тема. И тут просто она так... Разобранный лежит там. Да. И, короче, вот я беру отвертку и пытаюсь достать эту батарейку. Что-то она не отходит. И в результате я ее протыкаю. Происходит реакция с кислородом. Она начинает дымить. Короче, телефон начинает дымить. Там чуть ли не пожар. Вот. Но в результате, в конце концов, пожара не было, слава богу. Так. Марьяшка очень сильно расстроилась. Сказала, блин, вот тебе на. Подожди, телефон был испорчен. Айфон потеряли. Да, он умер прямо сразу на глазах. Но ты поменял потом батарею? Нет. Мы новый купили. Потому что убилось. Он прожег там все, там, да? Там все там сгорело. Там просто это был такой кикдаун просто чего? Вообще. Да. Так что, если вдруг вы собираетесь поменять в iPhone 5S батарейку, ни в коем случае не делайте это без фена. Нужно обязательно прогревать. Ну, слушай, зато потом мы купили новый iPhone, и он намного лучше. Хорошо, что у нас была возможность это сделать, хотя это довольно-таки тоже непросто удалось. Ну, короче, такая вот у меня была история, довольно-таки забавная. Я пытаюсь отчаянно вспомнить что-нибудь, что у меня было. Не знаю, я просто криворукий. Ну, мы с тобой в следующий раз встретимся. Я надеюсь, что у тебя будет история. Я надеюсь, что мы с тобой в следующий раз встретимся. Обязательно. Мы вообще не дописали 3 материала еще, если честно. Ты записал, что у тебя должно быть 5, мы сделали 2, я все помню. А у меня есть такая история. У меня есть тачка ретро, да? Uh-huh. Я ее купил, я был так рад, и произошла классическая вещь. Она всегда происходит со мной. Когда я покупаю что-то новое, я через пару часов это порчу. Сразу, тут же. Однажды у меня был iPad, и я... у меня такая папка есть с клипсой. Я, значит, положил iPad новый, купил только что. Большой iPad Pro. Значит, вот это в конверт такой. Зажимаю клипсы и так надавливаю, и он у меня просто прогнулся вот так в корпусе. И так же с тачкой. Я купил тачку, закрываю, значит, багажник, а я же вижу, в бежухе хожу. Ага. И я своим кольцом просто... Хрясь и сковырнул прям на самом видном месте краску. И так постоянно со мной. И
просто меня это... Я всегда расстраиваюсь, как в первый раз. Забываю, как будто бы, что я вот такой криворукий. Фух, Серег, интересный вопрос. Вообще, всегда порчу новые подписчики вещи. Подписчики знают, как решить этот вопрос, интересно. На самом деле, интересный вопрос. Интересный вопрос. Слушай, очень. Я тебе сочувствую, потому что я понимаю, что, попадая в такие ситуации, действительно, горечь на сердце просто невероятная. Что может быть лучше новые вещи? Она тебя радует. Она тебя радует вот своей новизной. И я каждый раз, каждую новую вещь всегда порчу. Царапина. Ай, твою мать. Чувак, однажды, пожалуйста, значит, в той квартире, где ты забирал у меня колонки. Да, да так, значит, пошел мы, процесс. Мы ее сняли с ремонтом. Там был самый дешевый ремонт на свете. Вот просто он сделан на 30 рублей. Да, но он новый. Да. Заехали. Ну что ж, со своей мебелью мы заехали. Так, я раскладываю диван. Да. Вот там такой берингер, как называется в Икее. И так вот. Об стену. И в новой квартире такая замечательная. И всегда, блядь, на самом видном месте. Всегда на самом видном месте. Просто на всю комнату такая от штукатурки. Железяка от кровати покрасила, содрала одновременно. Ага. Я там стирательной резинкой там пытался убрать что-то. Нифига нет. На самом видном месте там оно и было. И всегда так со мной. Всегда. Слушай, тогда у меня такой вопрос. Как ты думаешь, откуда это произрастает? Я думаю, что я настолько боюсь что-то испортить, что подсознательно это порчу. Понимаешь, да? Блин, суровая тема вообще. Мой организм такой, хватит жить в страхе. Пусть это случится. Типа, ты боишься, что твой новый планшет погнется? Просто погни его, и не будешь бояться. Я думаю, вот мое тело диверсии делает, чтобы не жить в стрессе. Поэтому у меня мало седых волос пока. Ага, хорошо. Слушай, хорошо, вопрос интересный. А тогда такой момент. Просто интересно вообще, есть ли ответ, почему это происходит как бы там у людей, потому что я скажу, что это в действительности жесткий трабл. Я просто за себя скажу, что я не часто попадаю в такие ситуации, но такое тоже бывает. Вот. Но я стараюсь себя как бы максимально как-то... отстранять от данных ситуаций и тем самым пытаться как-то надеяться на всевозможные ситуации. У меня вопрос. А ты развиваешь свое внимание? Да, стараюсь, конечно. Ты это делаешь? Я вообще, в принципе, очень внимательный человек. Мне стоит зайти в комнату, я все изучаю, все запоминаю. У меня очень развита визуальная память. Я не помню, как зрители моей передачи не раз убедились. Я не помню... всегда имена названий точно, потому что я их прекрасно знаю, но всегда воспроизвожу с ошибкой. Но что касается визуала, у меня просто цементируется это в моей голове. Если что-то я увидел, я это помню один в один. И я очень не люблю невнимательных людей. Я всегда в толпе самый юркий и так далее. Короче, хорошо, все. Я тут просто мне в чем дело, в том, что я понял, что надо развивать внимание. И я скажу, что внимание и память у людей довольно-таки хромает. Да. Я за всех это скажу. Я тут для себя открыл крутое приложение на мобильном телефоне. Ну-ка. Вот. И вот хотел спросить, интересно, ты пользуешься ли ты им или нет? Я сейчас позволю, все-таки посмотрю, скажу, как его название. Проверим твое внимание, раз ты говоришь, что у тебя внимание полным ходом. Ну, визуально. Люмосайт. Чего? Люмосайт? Да. Знаешь такую программу? Сейчас, подожди, мы должны точно знать. Люмо? Да. Люмосайт. Люмосайт. Короче, значит, я бы круто был. Вот, вижу. Если мы сейчас с тобой... Судоку, сейчас... разминка для... А, вот. Там такой... Человек с мозгом нарисован. Да. Вот было бы интересно проверить, как твое внимание работает, хорошо или плохо. Ну ладно, я не буду тебя расстраивать. Пожалуйста, хватит мне позора сегодня уже, знаешь. Вот, ну на самом деле, я советую тебе очень клевое приложение. А почему ты развиваешь внимание? У тебя оно страдает? Потому что я скажу так, что внимание — это максимально важный элемент, и со вниманием все зависит от внимания. Есть свойства нашей нервной системы. Просто люди некоторые однозадачные, и с этим ничего не поделаешь. Вот если они делают какую-то одну вещь, они ни черта не видят, не слышат, они настолько сфокусируются на одной задаче, что капец. У меня другая проблема.
Я не могу фокусироваться на одной задаче. Я наркоман. Короче, понятно. Круто, очень хорошо. Так и это вот... тоже плохо, потому что я нигде не успеваю особо. Не-не, я скажу так, что в любом случае и так, во всем в этом как бы работает внимание, и по-любому как бы можно так круто сфокусироваться, что это тебе позволит разобрать и рассмотреть и ту задачу, и эту задачу, угу. и пятую задачу, и исполнить все эти задачи, и либо сфокусироваться так на одной задаче. В любом случае, любая задача, будь она большая или маленькая, она состоит из каких-то, понимаешь, частиц. Там погрузился в одну, это одна, она как бы... Вот. А, но благодаря вот этим вот всевозможным приложениям можно вот как бы развивать свое внимание. Я вот тебе и твоим подписчикам советую попробовать поиграть в эту игру. Единственный момент, она требует денег, 800 рублей за месяц. Ты в доле с ней? Нет, скажи, пожалуйста. Вот, но нет, я все не в доле. Максимально благие как бы намерения, желания. Так что в следующий раз с тобой встретимся, будем сверять наши рекорды. Давай, тут написано. Итак, Luminosity бросает вам вызов вашему мозгу. Научным, значит, спроектированным научным подходом тренингом. Память развивает, внимание, скорость решения проблем и концентрация. Флексабилити. Флексабилити это, видимо. Эмоциональный какой-то. Флексабилити. Чувство. Это, ну, типа, ощущение. Флекс это гибкость. Гибкость ума, видимо, да. Флексабилити. У нас, значит, Даня, выпускник лингвистического университета. Специальность иньяс. Одобрительно круто, кивает. Круто, круто, круто. Флексабилити. Mm-hmm. Ну, в общем, в целом, флексабилити это хорошее качество. Так что, Серег, я надеюсь, что мы с тобой в следующий раз встретимся. И ты мне скажешь, Антох, Luminosity, флексабилити. И мы с тобой сравним свои рекорды и скажем, да, брат, давай. Это круто. Так что очень крутая тема, всем советую. Конечно, всем спасибо совет. Тебе большое, это классный совет. Благодарю. Да, слушай, я очень проперся, знаешь чего? Какие-то корейцы, по-моему, если я не ошибаюсь, ну или азиаты точно, делали тебе одежду. И либо использовали тебя как модель для своей одежды. Это было то ли год назад, то ли два года назад. Что с этой историей? Это уже история давным-давно уже как бы прошла. Да просто они очень точно тебя выбрали. Она прямо на тебе... Ты прямо вот прям создан был для этой одежды. Хорошо. Значит, это было, по-моему, 5 лет тому назад. 5 уже? Наверное, да. Нет, не может быть. Ну ладно, 4. 4 года тому назад это все было. Или, ну да, наверное, 4. Это не корейцы, это были японцы. Они увидели мой клип, который был тогда... Вышел в релиз, а именно это «Время ток», «Градский время ток» 4 года тому назад и вышел. Вот, заинтересовались, увидели Российскую Федерацию в таком виде, им понравилась музыка, захотели сделать какую-то коллаборацию. Собственно, все, приехали, сделали коллаборацию. Ничего особенного этого не произвело. В Японии Антоха МС не особо популярный исполнитель, меня туда не приглашают. Вот был я там, да, снимался в ролике, но как исполнитель у них там их достаточно, и все очень довольно-таки хорошо с этим вопросом. Антоха МС им там не нужен. Мне просто показалось, что это очень удачная была коллаборация. Я прям так порадовался. Я думаю, что тогда вопрос такой, какая коллаборация была самой неудачной, на твой взгляд? Вот, их было очень мало, вот в чем вопрос. Коллаборации? Да, да. Твоя да. с Лил Диком. Хорошо, что она не состоялась. Но она же не состоялась. Откуда ты можешь сказать, что она... Да я сразу распознал. Я понял. Я когда с тобой посидел в кафе, мы сидели в Криспи Крим, по-моему, да? Мы когда с тобой... Или что-то типа того. Мы посидели, я подумал, что я хочу от этого человека? Он вообще на другом уровне. Что я делаю? Слушай, ну, на то и есть коллаборации. Они всегда таят в себе массу всевозможных... неожиданности и также... Нет, я не скажу так. Ну, ладно, что ж, окей, подумал. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча у тебя оставит хорошее впечатление. Абсолютно. Я вообще кайфанул, как мы музыку делали. Это было классно. И ты запомнил, как мы настраивали ревер? И тюнили. Файн. И файн. Да, это очень классно, так что я крайне рад тому, что
смог как-то поучаствовать. Насчет внимания. У тебя есть песня «Залипаю в телефоне». Я даже снял под эту песню тебя, как ты сидишь в телефоне. Это выстраданная тема, да? Мне кажется, наше внимание людей снижается именно потому, что у нас глаза постоянно вот здесь. Ну, не знаю, насколько это так. Вот, но... Я постоянно жалуюсь в подкасте, что я устал от телефона, он меня бесит отвратительно. Я поставил даже себе тайминг, который сообщает мне: «Вы провели час в телефоне». Я говорю: «Заткнись! Мне еще надо, дай мне дозу». Ага. Да, то есть я страдаю от этого. Ты даже этому песню посвятил. Да, да, я этому посвятил песню. Да, залипаю в телефоне, увы, есть такая потребность, но на сегодняшний день телефон такой же инструмент, как и там пила и все это остальное, так что вынуждены мы двигаться в таком направлении, так что да, залипаю. А что именно ты делаешь в телефоне? На что уходит у тебя снова время там? Соцсети? На что именно? Ты даже там про вписку пел. Какое-то развитие, YouTube-каналы, какие-то приложения, все подряд. Ты знаешь, вот. Я себя тоже долгое время оправдывал тем, что это же для работы. Блин, у меня классные проекты в телефоне, я монтирую видео, я от этого тащусь, да. Я считаю, что это классно, как бы, и все эти YouTube-истории, они тоже очень крутые. Да кто спорит? Реально, если у тебя есть телефон, ты можешь все сейчас. Не-не-не, вот как раз... Но, прости, что тебя перебиваю, но ведь мы в основном-то там не работаем. Я не скажу так. Но я за себя говорю. Я с тобой соглашусь, то, что да, там как бы работа идет минимальная, но как бы как раз когда ты концентрируешь свое внимание и понимаешь вообще суть всего происходящего, ты в нужный момент переключаешься и говоришь себе, да, вот как бы. Я стараюсь выписывать вот какие-то нужные элементы, которые я стараюсь как бы там найти в сети, посвящая именно этим вопросам внимания. И также какая-то у меня есть уже сразу четкая интеграция той информации, которая интересна или неинтересная. Вот и все. К примеру, ТикТок. Так. ТикТок — это вообще супер залипало. Там прям вообще... Переключаешь ТикТок, мотаешь. И там как бы, в принципе, там где-то 3 или 4 группы информации. Это как бы какие-то женщины. Так. Какие-то нелепые приколы, либо какие-то интересные как бы сюжеты. Вот и все. Еще там обучалки. И ты сразу же такой берешь, там женщина какая-то там, блин, обнаженная. Все, сразу. Так, пошел. Все, как бы, крутой инфо. Обучалка. Посмотрел. Класс. Вот, но ТикТок нет, я не смотрю особо. Мне больше нравится там залипалого более серьезного формата. Вчера был день рождения Бориса Николаевича Ельцина. Знаешь об этом? Да, конечно. 90 лет должно было исполниться. Знаешь, смешная фотография была у Esquire, по-моему, где Борис Николаевич Ельцин показывает двойной класс. Типа, все класс, а у него пальца нет одного. Это было, я думаю, как так? Но у него же не было одного пальца. А я не знал об этом. Ты не знал, что у Ельцина... Ты не обращал внимания никогда? Он показывает, типа, класс, а у него пальца нет. То есть, получается, такой полтора класса получилось. Ну, короче, вчера смотрел вот про Бориса Николаевича Ельцина, очень крутую инфу, вообще прям круто как бы. Так что да, YouTube, спасибо. YouTube, я вообще так несколько, чуть-чуть даже завидую вот ребятам молодым, которые живут в век возможностей технических, да, то есть все ограничивается только фантазией. Захотел стать блогером. Если у тебя есть телефон, ты это можешь делать прямо сейчас, прямо здесь, в течение дня. Ты можешь записать, смонтировать, выпустить видео свое. Это так прикольно. То есть сейчас все упирается только в фантазию. Ой, да. Вот даже мы сейчас писали треки. Вот я купил все железячки, они стоят много денег. Да? Но это скорее для того, чтобы получить новый опыт создания музыки. Принципиально на новый уровень она тебя не выводит. Да? Это просто, ну, как бы... приятно твоим рукам, возможно, у тебя какие-то новые там, паттерны поведения, там, создание музыки появляется. Но ты можешь иметь просто слабенький ноутбук, да, и ты можешь даже, как сказать, ресурсами, встроенными программами, бесплатной программой, ты можешь сделать хит, пожалуйста, прямо сейчас. Никаких проблем. Согласен с тобой полностью. Все упирается только в фантазию. Это круто, это честно, это очень честно, чувак. У тебя же нет оправданий.
Фух, я скажу так, что у меня тут, короче, это, пишу брату. Так. У меня у брата день рождения было. Mm-hmm. Я ему говорю: Андрюх, я не приду на твой день рождения. Пойду на митинг. Так. Он мне говорит, типа, а что ты там на митинге? И, ну, я ему давай раскладывать, типа, на митинге, там, ну, типа, зачем тебе нужно идти туда? И вот у меня была мысль одна такова, что, старик, мы с тобой живем в городе Москве, у нас есть с тобой возможность приобрести это добро и хозяйство. А есть такие города в городе, в стране России, где с интернетом вообще тугобас. Вот. Mm-hmm. Так что фантазия фантазии, но хотелось бы, чтобы возможностей было больше у людей. Так что кайфово, за тебя можно порадоваться. У тебя обалденный синт. Вот, но, да, он ничего не значит. Но он значит то, что у тебя есть возможность, как раз, что ты и говорил, покрутить вот эти крутилки, и как раз, возможно, твой мозг. Это от лукавого, благодаря... я тебе говорю, что в принципе, если есть человек... Понятно, что не у всех есть возможность, я говорю, вот если есть мобильный телефон, пожалуй, весь мир в твоих руках, не у всех есть возможность купить мобильный телефон, ты об этом говоришь, да. Да-да-да. Но все же, даже слабенький мобильный телефон 1015 уже, в принципе, на многое способен. Понимаешь, да? Если у человека есть фантазия, подход и креатив, он вот, этот, вот это все переплюнет быстро. Понимаешь, да? Согласен с тобой полностью. Это так оно и есть. Креатив, креатив, еще раз креатив. Главное, чтобы еще этому креативу после всех минувших историй давали волю и возможность. Верно. Согласен с тобой воплощаться. Полностью. Согласен с тобой полностью. Насчет твоего торшера хотел поговорить. Ты подчеркнул, что он экологически чистый. Так, так. Экологически чистый, все верно. Что ты имеешь в виду под словами «экологически чистый»? Ну, конечно же, в некой форме это юмор. Так что как бы, в этих словах я не имел какого-то особого такого конкретного... осмысление, вот, экологически чистый, да, использую максимально примитивные элементы. Дерево, картон, никакого пластика, наверное, все. Да. И синтетических каких-то красок, вот, это как бы клево. Я тебя спросил во время создания музыки про концерт, ты так, как-то это... так сделал так. Ну что ж ты, Сережа, мне сейчас весь кайф-то обломал. Я спрошу тебя еще раз, как, где, когда, что вообще? Мне кажется, этот год был все-таки более благосклонен к артистам, чем прошлый. Честно говоря, не знаю даже, что и сказать. Я вообще этот год просто провел... 20-й. Отчасти, 20-й, да, отчасти как бы и, ну, и в пользу, и не в пользу. Слушай, у меня там такие были вообще перевороты. Я там переезжал. Угу. Этот пандемический этот весь переворот тоже там, столько там движника. Угу. Короче, у меня там много всевозможных забот было. Я думаю, что у меня каждый год, в принципе, по-своему динамичный, энергичный. И я не могу сказать, что там прям... Все. Самое главное, что у меня было что поесть, конечно же, ну и самое главное, что у меня были хоть какие-то деньги. Я скажу, что финансовый вопрос, если их нет, все, как бы, пиши пропало, грусть настала. Вот. Да. У многих людей 20-й год вообще отбил желание строить планы, но я спрашиваю у тебя, есть какие-то планы на 21-й? Конечно, есть. Делись. Значит, какие планы? Планы не особо, конечно, какие-то грандиозные, но я скажу так, что... Сейчас попытаюсь... Ну, вот хочу вот заняться вот производством каким-то таким вот масеньким светильников. Надеюсь, то, что они будут как-то привносить какой-то движ. Вот хотелось бы, чтобы в будущем году у меня, в этом году у меня появилась какая-то возможность снабжать людей. И я надеюсь, то, что их комментарии, их реакция будет положительная, и я смогу в этом направлении двигаться. Насчет комментариев, реакции. Ты из залипания в телефоне. Ты читаешь комментарии? Есть такая? Да, читаю комментарии, конечно. И если тебя комментарий расстраивает, что ты делаешь? Ты, вот я раньше все время, и, как сказать, я раньше вступал в споры, говорил, да, сам дурак. Дело в том, что у меня это как вот ведет мой Инстаграм, который Антоха МС, не Антон,
не я, да. А его ведет Эдик. Эдуард Шум. Вот. И тем самым, как бы, я являюсь неким зрителем. И то, что там про Антоху пишут, ну что ж, как-то я спокойно. Я, наверное, тоже напишу, типа, да, старик, ты прав. Там. Вот. Ну, просто, а как интересно. Просто момент в том, что, смотря что ты имеешь в виду, плохой комментарий. Просто вот когда там родственников там и этих, и вообще не бранно это все любой преподносит. Любой комментарий, который тебя расстраивает. То как бы это действительно некрасиво. Вот. Угу. Но я думаю, что это надолго не остается, как бы это все понимается, и как бы в дальний ящик как бы убирается, как бы, некий хлам. И мусор. Так что главное, чтобы были хорошие какие-то комментарии. А расстраивать могут только те, которые вот именно несут такой характер, что-то совершенно нечеловечное. Я хочу попробовать. Я читаю каждый комментарий. Именно поэтому у меня вообще не часто. Серьезно вообще? Да-да-да. Чувак, ну да. Раньше я спорил, теперь я просто не блокирую людей, а ограничиваю. Они думают, что они мне пишут. А на самом деле никто не видит комментарии, так забавно. Спасибо за эту функцию, Инстаграм. Но я хочу попробовать такую штуку. Хотя бы, не знаю, месяц продержаться. Я, конечно, боюсь, что разведется всякий сброд в комментариях. Но такая штука есть. Многие люди постят что-то и забыли про это. Вот, мне кажется, идеальный вариант ведения соцсетей и держания кукушечки в порядке. Я не соглашусь вообще. Просто ты не должен как бы реагировать на какой-то совсем дед. Вот. И входи в контакт. Там были же истории такие, когда там типа кто-то написал комментарий такой вон, как бы, да, и потом лично ты ему пишешь, типа, старик, что происходит? Угу. Почему ты себя так плохо ведешь? Ты хочешь со мной пообщаться? Да. И он начинает с тобой общаться, и у него там возникает какая-то трогательная история. Потом говорит, блин, ты классный. Да. Я тебя люблю. Берешь скрин. Да. Потом говоришь, вот. Было, стало. Вот, так что как бы такая тема. Нужно работать с людьми. Я ведь это знаю прекрасно. Я знаю, что многие люди пишут плохие вещи, потому что у них херовое настроение. Они там испытали несправедливость по отношению к себе. Им хочется компенсации какой-то. Я все это знаю. Я также знаю, что люди... искренне пишут классные комментарии и хочется им ответить, но это все забирает твою жизнь. Понимаешь, забирает. Я вот думаю, что можно попробовать и, не знаю, и можно ли так, и нужно ли так делать, что ты просто запостил что-то и вообще туда не заходишь. Только если это не что-то провокационное, понятно, и тебе реально не важно мнение там, да? Понятно. Я скажу честно, я вот, наверное, вхожу как раз в тот план людей, которые постят и типа не смотрят, и меня на самом деле расстраивает, что я ни как раз не захожу, не взаимодействую. Я считаю, что самый лучший рецепт — это как раз когда ты общаешься и находишь время и понимаешь ту суть, которую имел в виду тот или иной человек. Это первое. Mm-hmm. А вторых, сейчас же есть обалденная тема, что ставят лайки. Самые хорошие комментарии, они вверху, а внизу самая дичь, и она не работает. Так что чего тебе париться-то? Самое главное, чтобы у тебя появлялись клевые комментарии, которые реально... какую-то дают классную энергетику твоему контенту, который ты создаешь. По-моему, это самый лучший рецепт. И я вообще завидую всем людям, которые как бы круто это делают, круто оставляют комментарии, красавцы вообще, это супер. Я тоже стараюсь это делать. Но это все, мысль-то в том, что это забирает твое время, твою энергию. Слушай, тут как раз вот Lumiosity, энергия только в направлении, в нужное направление. Все, как бы релакс, чики-ризи. Чики-ризи? Да-да-да. Все, я хочу заканчивать программу. Да я уже к этому и хотел вести. Значит, Антох, смотри. Спасибо, что забежал. Не-не-не-не. 19 марта, Антохи МС-концерт. Ты спрашивал, очень круто подошел к этому вопросу. Да, совершенно верно. Так что приходите на концерт 19 марта. Я приду обязательно, я там рядом живу. Вот. Что же, после скажу, концерта что... идем, разбираем мусор где-нибудь в темноте. Скажу, что концерт будет сразу два концерта в один день. Ты себя не бережешь. Я надеюсь, что я подготовлюсь к каким-то необычным планам. Так что до скорой встречи. Серег, спасибо большое, что ты меня пригласил. Я надеюсь, что твои зрители также останутся довольны. Все. Спасибо тебе. Есть контакт. Oh, yeah. Всем пока. Сережа, это я. We'll be right back.